Но это слишком ярко. Будет неестественный цвет. Ну, может, это выдуманные фрукты? Сказочные? А разве я прошу вас выдумывать? У вас есть конкретное задание нарисовать натюрморт, как вы его видите, в реальности. Вот рисуйте. Ну, а как же так? Художника без фантазии. А для того, чтобы стать настоящим художником, сначала нужно освоить технику. Этому я пытаюсь вас научить. Ладно. Евгения Игоревна, можно вас на минутку? Женя, познакомьтесь, это Светлана, наш новый менеджер. Здравствуйте, очень приятно. Это Евгения, преподаватель нашего центра. А у вас какая-то своя методика преподавания? Кнут и кнут? Я так понимаю, без пряника? Я такого никогда не видела. Что вы заканчивали? У Евгении нет профильного образования, но это совершенно не мешает ей работать. Дети ее просто обожают. Да, заметно. Я считаю, конструктивная критика помогает развиваться ученикам. Ну, это очевидно. Вы специалист в области работы с людьми. Ну, а вы, видимо, в области живописи. Александр Евгеньевич, я буклеты принесла от пиарщиков. Ну, они, конечно, половину напутали, но главное поняли, что мы первое предприятие по производству полимеров в области. Ну, слава богу, спасибо на этом. Ну, что, сейчас развернемся, свой пиар-отдел открой. Оставляй, я посмотрю. Спасибо. Да, конечно. Да, мам. Привет, сынок. Привет. Ну, ты как? Как устроился? Да все хорошо. Нашли новых инвесторов, работы вал. Все спрашивают, почему открыли производство именно в этом городе. Ну, я так отшучиваюсь. Говорю, что здесь аренда дешевле. На самом деле удивительно, почему люди не знают, какие у меня здесь богатые ресурсы. Ну, ты у меня молодец, я тобой горжусь. Спасибо. Ну, а я тут... Торчу теперь в Москве одна. Так скучно. Так приезжай. А чего, продай бизнес или найми управляющего. Какие проблемы? Здесь хорошо, мам. Слушай, хорошая мысль на самом деле. А что? Уйду на пенсию. Буду помогать тебе внуков нянчить. Не забывай, Соня уже взрослая. А Мира еще молодая. Не начинай опять, хорошо? Слушай, а почему ты не женишься на ней? Ведь хорошая девушка. Столько лет уже прошло после смерти Веры. Ладно, приедешь, поговорим. Ок, ты цела? Вроде норм. Вставай. Ты куда летишь, олень? Блин, сорян, я тебя вообще не заметил. Не заметил, потому что под собой надо смотреть, гонщик, блин. Да я вроде смотрел. Смотрел. Хочешь мороженое в качестве компенсации? Можно. А я? А ты не заслужил. Иди вон с детьми тренируйся кататься. Я думала, это только у нас зимой мороженое едят. У вас. Где это у вас? Ты откуда? Из Москвы неделю назад приехала. Я здесь вообще никого не знаю. Вот пришла в парк посмотреть, что здесь да как. Ну, это мы быстро исправим. Во-первых, ты теперь знаешь меня, я Рома. Соня. Очень приятно. А во-вторых, у меня завтра день рождения, поэтому приходи, познакомлю тебя еще с кучей хорошего народа. Тема. А то. Ты какое мороженое будешь? Лакомку. Тогда две лакомки. Ну что вы на меня такими большими глазами смотрите, девушка? Я же говорю, был телефон в руках и улетучился. Вы записывать что-то будете или нет? Или у вас тут не полиция, а Шарашкина контора? Значит, вы у нас потерпевшие, да? Где вы были в момент ограбления? На улице стояла, профсоюзная 25, на углу с универмагом. Профсоюзная 25. Записывайте, записывайте. Сможете опознать человека, который у вас отнял телефон? Ну нет, конечно. Что же, не сказала бы, что ли? Это куртка черная или пальто. Может, вообще полтергейст какой-то был. Полтергейст, да. Может быть, версия рабочая. Записывайте. Ну, что, мы все зафиксируем. Домашний адрес, марку телефона указали? Ну, конечно.
Ну, замечательно. Как только найдем, мы вам сообщим. Наконец-то, хоть один нормальный человек в этом дурдоме. Я пошла? Да, можете идти. До свидания. До свидания. Из города пока не выезжайте. Хорошо. Угу. Ничего себе. Ну, вы даете. Я вообще не понимаю, как с такими людьми общаться. Ну, какой полтергейст? Ну, что за бред? Да потеряла она телефон. Просто понимаешь, что никто так искать его не будет. Ничего себе. Как вы быстро все поняли. Опыт. А вы, надо полагать, наш новый сотрудник, да? Да. Я Ника, стажер. Клим. А я обедать сейчас собиралась. Может быть, составите мне компанию? Все-таки нам работать вместе. Ну, почему бы и нет? Отлично. Приветики. Привет. Приветик, дочь. Ну, как там в парке? Раньше было очень красиво. Ну, так и осталось. Кстати, я познакомилась в парке с прикольным парнем, и он позвал меня завтра к себе на дыре. Так что, в принципе, я довольна приездом. Угу. Классно. Парень симпатичный. Да, клевый. Вот Мира меня понимает. Ну, еще бы. Слушай, дорогая моя, ты не слишком ли быстро разогналась тут с этими дыре? Что за парень? Чем занимается? Я разогналась? Угу. Ты вообще-то с моей мамой тоже познакомился в 17 лет. И, наверное, лучше меня знаешь, чем молодые люди занимаются в таком возрасте. Так, ну давай, не груби отцу, ладно? Пап, просто признай, что я вся в тебя. И отпусти меня на тусовку. Алик, ну правда, пусть Соня сходит на день рождения, познакомится со своими сверстниками. Это же так здорово. Ну, Вера, не собираюсь здесь быть самым злобным отцом, правда? Но мы тебя завтра отвезем, посмотрим, что там за клевый парень и насколько клевы у него родители. Договорились? А то мало ли что. Ну, все, договор. Mm-hmm. Пап, ты у меня лучший. Конечно. Мам, слушай, посмотри, нормальная рубашка? Может, мне майку синюю надеть? Тут что-то я туплю не могу выбрать. По-моему, все прекрасно. Замечательно выглядишь. Не слишком я такой, ну, на пафосе? Нет. Подожди, что происходит? Кто к тебе придет, Калис? Мам, ну, как ты все это понимаешь? Ну, как, я же твоя мама. Ну, давай, рассказывай. Ну, с девчонкой я в парке познакомился. Позвал ее сегодня к нам. Надеюсь, что придет. Так, а как зовут девчонку? Соня. Соня. Ну, будем ждать твою Соню. А что ты Ромке в подарок купила? FIFA. Игра такая для приставки. Думаю, может, он вообще в такой не играет. Футбол, что ли? Футбол все мальчишки играют. Я думаю, ему все равно понравится. Первая любовь — это так трогательно. Спокойно. Мы только познакомились. Он пока что только друг. Но симпатичный. Очень. Я прям завидую этому чувству, когда это все впервые. Кажется, что все по-настоящему. Как это давно было. Да, Алик? Да. Ваш? Спасибо. А вы не на день рождения случайно? Случайно, да. А мы тоже, в смысле, Соня, ее Рома пригласил. Да вы что, Клим, это Рома, мой сын. Здравствуйте, я Соня. Очень приятно. Звонок сломался, а я все никак, руки не дойдут у меня починить, представляете? Еще клещи куда-то. Соня, ладно, мы поехали, да. Я увидел отца Ромки. Уверен, что с тобой будет все в порядке. Хорошего вечера вам. Да ладно, ладно, ну что, в самом деле, куда вы уезжаете собрались? У нас стол там, давайте как-то уже. Нет, нет, неудобно, мы хотели дочь да проводить. Да ну, бросьте, ее никакого неудобства нет, тем более, слушайте, ну, там мужчин-то больше нет, кроме нас с вами. Вы хоть компанию не составите. Ну, если
Ключики нашел, так. Женя, мы дома! Прошу, давайте, давайте. Ромка, иди сюда! Ромка, а ну иди сюда! А, держи подарки. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Вот это волна. Как будто раз и накроет сейчас головой. Пап. Какая ты у меня талантливая Женька. Просто в новой квартире все по-другому, понимаешь? И пишется совсем по-другому. Столько света, такой простор. Ты вся мать. Она бы тобой гордилась. Молодец. Подожди. А ты почему на работу оделся? Смены поменяли. Надо выйти сегодня. Ну, пап. Ну, у тебя же сегодня день рождения. Мы планировали отметить. Что там, в твоем продуктовом магазине? Больше некому грузы перевозить? Не дуйся. Завтра выходной, вот и отметим. Хорошо. Ну все, я пошел. Продолжай ловить вдохновение. Все, пока. Пока. Привет. Привет. Заходи. Давай. Как дела? Все хорошо. У тебя как? У меня тоже ничего. Я тебе тут такую штуку принесла. Обалдеешь. Да? Новая книжка. Просто бомба. Я за ночь прочитала. Там про талантливого мальчика и философский камень. Хм. Прям тебя напоминает. Да уж ладно. Я, кстати, твою Веру на лестнице встретила. У нее был такой счастливый вид. Ну так это потому, что Владислав Валерьевич нам сказал, что он напишет рекомендации, и у нас все шансы на поступление. Круто же, да? То есть ты поедешь в Москву? С ней? Жень, с ней мы просто химией занимаемся. Ревнуешь? А если ревную? А если ревнуешь, то срочно прекрати. Мы уже тысячу раз об этом говорили, я поеду в Москву с тобой. Кстати, сейчас надо решать. Мне ведь поступать скоро. Жень, ты передумала? Что такое? Я не могу отца бросить, Алик. Ему сейчас тяжело, ипотеку выплачивать надо. Он мне сегодня соврал, что ему на работе смены переставили. А я-то чувствую, что он просто подработку взял, чтобы концы с концами свести. Жень, ну ты все равно не сможешь жить всю жизнь с отцом. Ну я правда не могу, Алик. У него ведь никого нет, кроме меня. Ну, значит, и я никуда не поеду. Институт никуда не убежит, а будешь готова, поедем вместе. Ну а как же? Никак же. Я тебя люблю. Это сейчас самое важное. Уж точно. Важнее химии. Здрасте. Ну, здрасте. Я, наверное, пойду. Так быстро уходите. А, да, я просто книгу занесла. До свидания. Пока. До свидания. Ты не о том думаешь. Тебя ждет большое будущее в Москве, и поэтому сейчас тебе нужно сосредоточиться только на поступлении. Мама, можно я сам разберусь, на чем мне нужно сосредоточиться? Нет, я вижу, что не разберешься. Ты скоро уедешь, и поэтому Женю придется забыть, с этим надо смириться. Мам, ты меня не поняла. Если мне надо выбрать между Москвой и Женей, то я выбираю Женю. Все, я никуда не поступаю. Ты с ума сошел? Женя тебе не пара. Она по статусу тебе не подходит, понимаешь? Она всегда останется посредственной провинциалкой. Неправда. Женя очень талантливая, она собирается учиться на дизайнера. Алик, не смеши меня, какой из нее дизайнер? Вот Вера прекрасная девушка, умная, интеллигентная. Присмотрись к ней, тем более она едет с тобой. Мама, ты меня плохо слышишь? Я никуда не поеду, ни с какой Верой. Точка!
Лер, привет. Привет, Алик. Что-то случилось? Да, мать совсем с ума сошла. Привет! Мы знакомы с Женей, со школы. Я приду. Ну, давайте, ну, ну, давай, вас, да. Давай, давай. Так, проходи. Ну. Что вы здесь разыгрались-то? Пойдем в комнату. Пас давай! Пас! Давай, давай, давай! Давай. Пас! Пас! Бей! Бей! Гол! 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 Красава! Так вы, получается, учились в одном классе? В параллельном. Я в Б, а Женя в А. Даже удивительно. Да? А мы же не познакомились, она ведь еще училась. Так это... Мы же могли видеться. Конечно, могли. Вы столько лет вместе, надо же, такая крепкая семья. Уже почти 20 лет без малого, да, Жень? Да. Мы были знакомы еще до тебя. А потом Алик уехал в Москву с подругой. Да, это Вера, мама Сони. Она умерла при родах. Извините. Ничего. Да. Алик, я испекла твой любимый апельсиновый кекс. Пойдем чай пить. Я не хочу. Ну ты же его обожаешь. Я специально для тебя старалась. Алик, ну ты же знаешь, я всю жизнь работаю только для того, чтобы у тебя все было. Отец твой сбежал, помогать было некому. Ну теперь я обязан тебе по гроб жизни, да? Ну не перегибай палку. Я зарабатываю прежде всего на твое образование. И у меня к тебе есть предложение. В университете открыли курсы для поступающих. Я же все сказал. Да слушай меня. Ты можешь поехать в Москву заранее. Аттестат в школе тебе выдадут досрочно, как отличнику. Я уже обо всем договорилась. Мам, я без Жени никуда не поеду. Ну хорошо. Вернешься и заберешь свою Женю в Москву. Раз уж ты так жить без нее не можешь. И... Ты не будешь против? Нет, обещаю. Она успеет по тебе соскучиться. И решение о переезде ей легче будет принять. Она же сомневается, да? А ты откуда знаешь? Ну, я же женщина, чувствую. Вашим отношениям это пойдет только на пользу. Сынок, ну шанс такой упускать нельзя. Это же вклад в ваше будущее, в конце концов. Спасибо, мам. Привет, привет, привет. Напугала меня. Смотри, что у меня есть. Можешь поздравить меня с окончанием школы. Ничего себе. А как это? Вот так. Мама договорилась. А зачем? Подожди, ты что, все-таки? Жень, послушай меня. У меня есть план. Я сейчас еду в Москву на подготовительные курсы для поступления в университет. Потом у тебя все налаживается, а отец... разбирается с долгами, и ты ко мне приезжаешь в Москву. Мы сможем вместе жить. Ну, мы же договорились. Жень, понимаешь, ты все равно не сможешь всю жизнь жить с отцом. Я всегда буду рядом. Ну, по крайней мере, очень буду стараться, понимаешь? Ты подумай о нашем будущем. Мама даже не против наших отношений, так что можем... Привет. Алик, как здорово, что я тебя встретила. Надо столько всего обсудить перед отъездом. Я не знаю, учебники тащить с собой. Может, поделим, кто что берет? Вы что, уже все решили? Да. Конечно. Алик, она что, не в курсе? Погоди. Жень, я хотел с тобой поговорить. Не надо, я все поняла. Я не могу бросить больного отца, а у тебя новая жизнь с Верой и с учебниками. Удачи. Жень, да погоди. Сейчас, минутку. Прошу меня извинить, вызывает на работу. На псашок. А что за работа такая на ночь глядя? В полиции.
Серьезно. Ну, за знакомство еще раз. Давайте. Знакомство. За знакомство. Ну что, мы, наверное, тоже поедем, да? Не будем мешать. А Соню можно потом домой на такси отправить. Конечно, не волнуйтесь. Спасибо большое. Спасибо. Все было очень вкусно. Покунем? Да. Куда поставить? В раковину пока. Складывай. Кстати, все было очень вкусно. Спасибо. Я была очень рада познакомиться с твоей семьей. У твоего папы красивая жена. Молодая. Они еще не женаты. Недавно вместе? 3 года. Сначала Мира была моей преподавательницей по английскому. А потом они с папой начали встречаться. Понятно. Она тебе нравится? Да. Мира классная. Мы с ней как подружки. Я очень рад за папу. Надеюсь, они скоро поженятся. Ну, что случилось-то? М? Ты мне написала, срочно требуется моя помощь. Да. Я совершенно не могу разобраться с этими документами. А шеф приказал все это до завтрашнего дня сделать. Ты можешь мне, пожалуйста, подсказать, что в какие папки складывать? Ты меня только ради этого вызвал? Ник, я со дня рождения сына уехал. Клим, я же не знала про день рождения. Конечно, не стала бы тебя теркать. Я просто уже закопалась тут одна, я несколько часов сижу. Прости. Возвращайся. Я сама все доделаю. Да ладно уже. Все равно приехал. Давай, показывай. Чего там у тебя? Ты посадил Соню на такси? Да, все супер. Она клевая, скажи. Да, хорошая девочка. Да. Умная, интересная. Книжек кучу прочитала. А фифу знаешь, как она рубится? Может, это судьба, а? Ты же еще ее отца знала. Это прям нифиговое совпадение. Как его там? Алик? Да, Алик. А как вы познакомились? Я уже не помню. Интересно, он таким же умным был, как Соня? Да, таким же умным. И таким же симпатичным? Да хватит о нем говорить! Ну сколько можно? Ну избавьте меня от этих расспросов! Ну, что ты сразу-то начинаешь спросить, уже нельзя, что ли? Ром. Ну, прости меня, пожалуйста. Я просто перенервничала из-за дня рождения, из-за подготовки гостей. Я устала, извини меня, пожалуйста. Тон, мам. Успокойся. Доброе утро. Ты как раз вовремя. Мой фирменный омлет уже готов. Спасибо, Мир. Я не хочу завтракать. Что-то аппетита нет. Поеду в офис там. Вообще дел куча. Ну, хотя бы кофе выпей со мной. Не хочу. Спасибо. Там выпью. Очень вовремя это, Люда. Как всегда.
Да, Лёд, привет. Что такое? Что, прости? Я понял. Понял, говорю. Ладно, я сейчас туда поеду, потом в офис. Давай, пока. Что там случилось? У нас фуру по дороге угнали. Надо в полицию заехать. Черт. Привет. Привет. И пока, я поехал. У вас что-то случилось? В последнее время какой-то сам не свой. Ну, тогда пора использовать женский план Б. Что это? Ну, как во всех фильмах. Женщина идет, делает себе новую прическу. Покупает классные шмотки. Ее парень ее сразу не узнает. И влюбляется. Заново. Вариант. А, ты сама, небось, хочешь купить новые вещи и пощеголять перед Ромкой, да? Ну, не без этого. Угу. Чуть-чуть убери вот здесь слева. Хорошо, Ань. Вот, это вам. Документы на аттестацию. По новым правилам, любой человек, не имеющий высшего образования, должен пройти аттестацию. Чтобы мы были уверены, что его можно допускать до работы с детьми. Хорошо, я изучу. Ну, конечно, изучите. Куда же вы денетесь? Да, еще мы будем вынуждены пересмотреть расписание. Придется сократить количество ваших занятий. Это, конечно, отразится на заработной плате, но тут ничего не поделаешь. Организации нужны деньги. Если ваши курсы их не приносят, приходится искать замену. Такие новые правила. Удачного занятия. Ребят, работаем, не отвлекаемся. Да, все идет по плану. Скоро я избавлюсь от этой художницы-недоучки. И тогда вы сможете занять помещение в нашем центре. Да. А враги у вас есть? Да нет. Ну, по крайней мере, я о них не знаю. Может, конкуренты? У меня достаточно уникальный бизнес. Чтобы стать конкурентом, надо уметь производить нечто подобное. Понятно. То есть соображений, кто мог вашу фуру угнать, нет? Абсолютно. Тем более, что я вернулся в город не так давно, после 20-летнего отсутствия. Что я здесь уже не знаю никого. Но вы знаете Женю? Да, Женю знаю. Поймали на слове. Но это было очень давно. Что это? У вас были отношения, вы дружили? Ну, как сказать? Не то чтобы особенно, но... Город-то маленький. Все подростки тусовались одной большой компанией. Вот. Не более того. Понятно. Вот, привели тебе новую ученицу. Соня в Москве занималась рисованием, хочет продолжить. Возьмешь в свою группу? Ну, конечно. Здрасте. Проходи, пожалуйста. Здрасте. Спасибо. Наверное, надо решить вопрос с оплатой. Я на улице подожду. Да, спасибо тебе. Оплатишь в кассе при студии.
Мне нужно с тобой поговорить. А мне не нужно. Жень, пожалуйста, мы должны выяснить, что тогда произошло. Зачем? Все в прошлом, мы в прошлом. Мне нужно начинать урок. Жень. Ну ты вообще такая суперская. Спасибо. А я, кстати, записалась в секцию к твоей маме. И уже сходила на первое занятие. Ого, ты еще рисовать умеешь. Ну, вообще, я немножко рисую. Не как твоя мама, конечно. Она у тебя очень талантливая. Вот это мне повезло. Вокруг меня сплошь таланты. Ну что, пойдем на концерт? А то он скоро начнется. Пойдем. Что там за группа? Фу, это самые модные ребята у нас в городе. Что я в обмороке. Это точно ты? Конечно, я. Это просто новый имидж. С ума сойти. Я соскучился жутко. Ты прости меня, я правда в последнее время какой-то замороченный. Я исправлюсь. Приветики. Привет. Как концерт? Офигенно! Ты смотри, ты тоже в обновках? Заметил. Ты посмотри. Угу. Девчонки, какие вы у меня красавицы. План Б сработал! Что? Ничего. Так, девчонки, значит, я сегодня готовлю ужин. Просите все, что хотите. Сегодня ваш день. Да, я как раз хотела кое-чем тебя попросить. Угу. Ремонт в нашем доме почти закончен, и я хотела бы устроить небольшое новоселье. Позвать соседей, Женю с Климом. Я против. Почему? Ну, потому что я не готов приводить в дом полицейского, у которого был на допросе. Да, но ты же говорил, он помогает тебе найти преступника. Ну да, ну и что? Пап, если честно, у тебя какие-то левые аргументы. Я за тусовку на новоселье. Хотела бы, чтобы Ромка пришел. Алик. Ну, Алик. Ну, ладно. Пусть будет новоселье. Yes! Приятного аппетита. Слушайте, родители Сони позвали нас на новоселье сегодня вечером. Я не смогу, у меня работа завал. Я неважно себя чувствую с утра. Ничего, все, обламывайте-то, а? Почему взрослые не могут нормально общаться, если их дети встречаются? Ого! Уже встречаетесь? Ты меня дедом только не сделай раньше времени, ладно? Пап, ну при чем тут это? Да при том. Да, мы с ней встречаемся, и что? Соня и ее родители, они правда будут рады нас видеть. Чего вы перлись-то не по делу? Ну ладно, я че, в принципе, могу. Ты как, Жень? Выпью таблетку, поедем. Вот. Другой разговор. Вы все-таки не безнадежны. Ну, поговори еще тут, а? Мне нравится, что очень грамотное зонирование в этом доме сделано. А вы как думаете? Да, ничего. Это, конечно, не конец истории. Я в целом, кому сейчас легко. Кстати, у нас же на мансарде есть телескоп. Круто. Можно на звезды смотреть. Пойдем покажу. Пойдем. Да. А знаете, у меня тост. Давайте выпьем за ваш прекрасный дом, вашу семью. И чтобы, как говорится, фундаменты того и другого были из самого прочного материала. Хорошо сказал.
Знаете, я все о вас думаю. 20 лет вместе. Это же такой, наверное, крепкий брак, что вы уже как одно целое. Ну, знаете, по-всякому бывает. Иногда, конечно, кажется, что человека знаешь, как облупленного. А иногда, что и вовсе не знаешь. Так что... Извините. Как вы сказали, там тоже? И на втором этаже, да? Нравится? Хорошо. И обои будут рады, да? Сами. Отлично. Очень. Понятно. Сад. Понятно. Тоже вышла воздухом подышать? Да, там очень душно. Поздравляю с новосельем. Спасибо. У вас прекрасный дом. Скажи, пожалуйста, только честно, ты счастлива? Да, конечно. Женя, ты счастлива? Ты что от меня хочешь? Я не верю, что ты можешь быть счастлива. Я тебя прекрасно знаю, но не узнаю. У тебя взгляд какой-то потухший, как будто испарилась вся радость жизни, которая когда-то была в твоих глазах. Ну, возможно, это потому, что когда-то меня предал человек, которого я очень любила. Поэтому неудивительно. Я не понимаю, о чем ты говоришь? Издеваешься? Ты меня бросил, ты уехал с Верой. Ты меня сейчас про счастье спрашиваешь? Женя, у меня тогда не было ничего с Верой. Это же ты начала встречаться с Климом, я его прекрасно помню. Еще отпиралась почему-то тогда, потом замуж за него выскочила. Я провожу вас до магазина. Не стоит тут рядом. Вашему отцу повезло, такая заботливая дочь. Спасибо. Жень, может, сходим как-нибудь в кино? Спасибо за приглашение, но у меня есть молодой человек. Я понял. Тогда просто дружба. Это можно. И переходим на «ты». Ладно. Когда шкаф собирать будем, пожарь еще картошки. Мне кажется, я стал ее фанатом. До встречи. Так вот, почему ты не можешь со мной поехать, да? А мне так зубы заговаривала. Да нет, все не так. Нет, все так, Жень. А я, дурак, бежал прощаться. А, да, я уезжаю завтра, Жень. Я думал, ты меня тут ждать будешь. Не ожидал. По себе людей судишь, да? Так вот, ты можешь ехать со своей Верой куда захочешь. Мне все равно. Здравствуйте. Я хочу поговорить с Аликом. Алика нет. Он уехал в Москву. Как, уже уехал? Да, как и планировал вместе с Верой. Там они и поженятся. И поэтому, девушка, я прошу вас не беспокоить больше ни меня, ни моего сына. До свидания.
кого предал. Ты дурак, что ли? Я с ним никогда не встречалась. Я видел вас вместе. Я ему тогда отказала. Я сказала, что мне нужен только ты. И мне. И мне никто не нужен был, кроме тебя. Пойдемте чай пить. Пойдем. Чай. Чай – это хорошо. Чай – это отлично. Идем. Винторт есть. Я специально в кондитерской заказала, чтобы поменьше крема было. Нам лишний килограмм ни к чему, да, Женя? Нужно Рому с Соней позвать. Они на мансарде в телескоп смотрят. Извините, мне нужно ехать. Ты чего? Отцу не могу дозвониться, может, что-то случилось. Поехали, отвезу. Не надо. Вы с Ромой позже приедете. Ты серьезно? Конечно. Ну, ладно. Спасибо, до свидания. Позвони мне только. Да нет. Хорошо, что заехала. Приятный сюрприз. А то я тебя в конце недели только ждал. Ну, я как-то соскучилась. Это еще приятнее. Пап, а я хотела тебя спросить. Ты помнишь день, когда Алик уехал? Смутно уже. А почему ты спрашиваешь? Да я тут вдруг вспомнила про него. Он же тогда меня в Москву звал, потом резко передумал. И, может быть, ты что-то помнишь? Вы же тогда с его матерью вместе работали. Да. Она была против вашего романа. То есть она все-таки вмешалась тогда? Дочка, ну какое-то сейчас имеет значение. Чего прошлое ворошить? Вы тогда были совсем зеленые. И семьи разного калибра. Зато сейчас у тебя прекрасный муж. Да, прекрасный. А ты разве несчастлива с Клином? Я его никогда не любила, пап. Нет, я его ценю. Он очень хороший человек, очень надежный. Я думала, может быть, у меня получится его полюбить, но у меня не получилось. Дочка, я тебе сейчас все расскажу. То есть вся финансовая ответственность за груз на нас во время транспортировки. А как вы хотели? Такой уговор был. Всех благ. А что, если что-то случится? Где мы возьмем деньги? Да все нормально будет. А если на работе узнает? Мы же сказали, что грузовик временно на ремонте. Проселочными дорогами поедем, и никто ничего не узнает. Вы же сами хотели заработать. Да хотел, но как-то это все. На что только не пойдет, чтобы на ипотеку заработать. Там. Колесо отпустило! Черт, тащим запаску. Не нравится мне это, и так опаздываю. Не каркай! Я такси никами отделался,
А вот Игорю Владимировичу не повезло больше. Сотрясение мозга. Пап, папа, ты меня слышишь? Женя, что с грузовиком? Угнали. Вместе с грузом. Черт. Да, попали так попали. Максим исчез, на звонки не отвечает. И, скорее всего, он вообще был в сговоре с угонщиками. Не зря они только меня одного по голове ударили. Но вы же понимаете, что вам придется возместить стоимость машины в полном объеме. Но мне и так ипотека. Екатерина Васильевна, у меня нет таких денег. Ну, хоть режьте. Но мы могли бы договориться. А каким образом? Я на все готов. Вы же знаете, что мой сын встречается с вашей дочерью. Так вот, меня не устраивают эти отношения. Ну, при всем уважении, по-моему, это не наше с вами дело. Еще как наше с вами. Мне нужно, чтобы они разошлись. Знаете, меня, может, это тоже не сильно устраивает. Рановато ей еще шуры-муры крутить. Но у нее на пути становиться я не буду. Каждый сам выбирает свое счастье. Если вы поможете мне, то я готова закрыть глаза на пропажу грузовика и помогу оплатить ипотеку. Чтобы ваша дочь жила счастливо здесь с вами, в родном городе, в собственной квартире. Это хорошее предложение. Можете сразу не отвечать, просто подумайте над ним. Да, и вот два с мясом. Сейчас я кошелек найду. Да, вот эти? Да, да, вот эти. Они свеженькие у вас? Ну, конечно. Угу. Пожалуйста. А вот с картошкой и с яичками есть у вас очень хорошие. Где груз? Давайте. Меня ограбили. Нам плевать, значит, ты теперь должен его стоимость. Ты договор подписывал? Или у тебя квартиру заберем? Она в ипотеке. Тогда реши как-то этот вопрос. А то дочка твоя симпатичная тоже может пострадать. Не хотелось бы. У тебя есть 2 дня. Запомнил? Валера, он не понял, по-моему. 2 дня. Екатерина Васильевна, это я. Я согласен. Добрый вечер. Здрасте. Привет, душенька. Вот, познакомься, это Клим, сын моего товарища. Только поступил на работу в милицию. Очень приятно. Взялся Привет. Мне с ремонтом помочь. А я думала, в милиции круглые сутки преступников ловят. Так и есть. Поэтому я к вам зашел от работы отдохнуть. Вы ничего не ели, наверное? Я приготовлю бутерброды, а потом картошку пожарю. Отличная идея. Как я удачно зашел. А ты что такая хмурая? Так, я не понял. Что делаете? Алик, привет. Вы уже завтра уезжаете в Москву, и Верочка помогает мне собирать вещи. Иначе ты бы ничего не успел. Погоди, как завтра? Вот так все решилось. Сумма. Может и пересчитать. Пересчитай, Валер. А где ты деньги достал так быстро? Почку продал. Вам какая разница? Интересно просто. Все ровно. Ну, бывай тогда, мы в расчете. Дочке привет. Ты меня продал, пап.
Ты меня продал, чтобы решить все свои проблемы. Ты разрушил мою жизнь, ты понимаешь это или нет? Ты разрушил мою жизнь, жизнь Алика. Мы могли быть счастливы, у нас могла быть семья. Мы любили друг друга. Ну зачем, папа? Ну как ты мог? Женька, ну что ты такое говоришь? Женька, прости меня. Прости, если можешь. Я не знал, что делать. Думал, в петлю уже. Ну где мне было деньги за этот проклятый груз брать? Я хотел как лучше, чтобы мы жилья не лишились. Знаешь, что самое страшное? Я тебе верил. А ты меня предал. Ты предатель, папа. Дочь! Дочь! Сони на мансарде телескоп стоит, через него все звезды видно. Я еле большую медведицу нашел, а она почти все созвездия знает. Старгерл реально. Накрыло тебя, братец. Пап, просто я не знаю, что это такое, у меня никогда такого не было раньше. Ну, девочки, девочки, а тут... Я не знаю, как я раньше без нее жил вообще. Это, наверное, как-то не по-пацански звучит, да? Нет. Нет, совсем нет. Это звучит так, как будто ты влюбился по-настоящему. А первая любовь, она знаешь, сын. Она самая сильная. Вот как у нас с твоей мамой. Один раз и на всю жизнь. Давай садись. Даник, слушаю. Клим, привет. Слушай, нашли водителя фуры того самого. Нужно срочно приехать в отдел. Слушай, а до завтра терпит или как? Такая заваруха. Нужно будет сразу отчет составить. Ладно. Сейчас сына домой завезу и приеду. Давай, пока. Угу, пока. Так что, сынок, если это та самая девушка, тебе, считай, крупно повезло. Серьезный вопрос. Мне кажется, нам пора пожениться. Ну, что мы все вокруг да около ходим? У нас ведь дом есть, все есть. Штампа не хватает. Ты знаешь, я как-то раньше скептически к браку относилась, но теперь, когда посмотрела на Клима и Женю,
Такая красивая пара, крепкий брак. И у нас не хуже будет. Да? Что скажешь? Назначим дату? Давай я запущу производство, а там подумаем об этом. Ну, что у тебя там? Давай, вываливай. Ну, во-первых, я его нашла. Марченко Геннадий Викторович. Был судим за кражу 5 лет назад. А потом вышел и сменил фамилию на Лебедев. Собственно, поэтому его так просто приняли на работу водителем. Молодец. Гожусь на роль Ватсона. Вполне. Ну что, надо в розыск подавать, да? Поздно. Сегодня утром его нашли мертвым. О. То есть зацепок у нас нет. А троп у нас есть. Похоже на то. Ну зачем ты меня тогда вызвала? Все могло до завтра подождать. А вот это не могло бы. Ты очень красивая, но у меня есть жена, и я ее люблю. Ник. Привет, мам. Привет. Ну, как там дедушка? Все нормально. Зря переволновалась. Это хорошо. Папа на работу уехал. Ясно. Мам, я хотел тебе сказать, спросить, не могла бы ты мне дать совет по поводу Сони? Ром, давай не сейчас. Я устала и хочу прилечь. Извини, пожалуйста. Хорошо. Сейчас пошло бы на пользу. Не надо. Ну что, это как замороженное. Что случилось? С отцом поругались. Чувствую себя неважно, и я устала. Ладно. Как я рада, что Алик наконец-то предложил тебе выйти замуж. Я думала, придется с ним поговорить, а он сам созрел. Алик, Екатерина Васильевна мне свои сережки с жемчугом одолжит к платью на свадьбу. Какие сережки? Привет, мам. Привет, сынок. Ты не бери в голову, мы с нарядами сами разберемся. Не будем засорять твои светлые мужские мозги. Спасибо. Ну все, я отключаюсь, у меня маникюр. Пока. До свидания. Пока. А ты не рано все это? Мы же вроде договорились, что... После запуска твоего производства. У тебя по графику запуск через месяц. Мы и так впритык с подготовкой успеваем. Ну, хорошо. Хорошо. Так, я уехал на работу. Подбросишь сегодня Соню на рисование, а я ее потом оттуда заберу. Конечно. Спасибо. Пока. Вчера вечером он сделал мне предложение. Извините, что опоздали. Пожалуйста. Представляешь, кольцо, правда, еще не купила, но ты же знаешь, мужчины, они такие рассеянные. В общем, где-то через месяц ждите приглашения на свадьбу. Поздравляю.
Ты поможешь мне с подготовкой? Просто столько дел, у меня в голове не укладывается. Нужно подумать, какой ресторан заказать. Я же ничего здесь не знаю. Давай как-нибудь встретимся и выпьем кофе, и обсудим все. Как-нибудь, может быть. Ты же хорошо знаешь город. Подскажешь, что тут где. Извини, у меня занятия идут. Конечно, конечно, я тебя заболтала. Прости, я просто такая счастливая. Женька, можно я тебя обниму? Пока. Это очень неплохо. Молодец. Это импрессионизм, как у Пикассо. Ну, во-первых, Пикассо — это кубизм, а во-вторых, я пока, в принципе, здесь не вижу никакого стиля. И потом у нас в студии мы все-таки для начала учимся выполнять конкретные задания. Ну, а может, я так и вижу? Может быть. Но для того, чтобы выработать свой стиль, нужно научиться выполнять конкретные задания, Вик. Ну, уж мне не нравится этот мужик. Я не хочу его рисовать. Ну, хорошо, не рисуйте. Рисуйте кого угодно, хоть себя. Поставьте зеркало и рисуйте. Но для начала мы должны научиться рисовать реальность. Иначе мы дальше не продвинемся, понимаете? Можно выйти? Пожалуйста. Приехал. Сразу чайник поставила. Спасибо. Я хочу извиниться за вчерашнее. Прости, я не права была. Я все понимаю. Ты женат и любишь свою жену. Такого больше не повторится. Ладно. Договорились. У нас появилась новая информация. Я выяснила, что это уже третий водитель за последние 2 года в этой фирме, который погибает при странных обстоятельствах. Ты еще всю ночь ли сидела? Ну да. Мне надо было подумать. Соня, сейчас, подожди, пожалуйста, мне нужно кое-что уточнить по оплате, ладно? Окей. Хорошо. Жень, мы можем встретиться, нам нужно поговорить. Поздравляю тебя. С чем? Мира сказала, ты сделал ей предложение, а она счастлива. Я не буду вам мешать. Пусть наши с тобой отношения останутся в прошлом. Да никакого я ей предложения не делал. Она все не так поняла. С того дня, как я тебя увидел, я вообще больше ни о чем думать не могу. Ну, это не важно. Еще как важно. Это вообще теперь самое важное. Жень,
много нужно тебе сказать. Давай встретимся в парке. Ну и твоя мать простила отцу долг, и все? Я поверить не могу. Моя мама говорила тогда, что она не будет против наших отношений. Получается, на самом деле они с твоим отцом заключили сделку, чтобы нас развести? Получается так. Мой отец специально познакомил меня с Климом. Когда ты видел нас около дома, у нас ничего не было. Я сказала ему, что встречаюсь с тобой. А потом я пришла к твоей матери. Она сказала мне, что вы женитесь с Верой. У нас с Верой тогда еще тоже ничего не было. Все началось где-то, ну, через год. И опять-таки не без помощи моей матери. Женька, что ж они натворили? Ну, так все и разрушилось. Нет, не все. Не все. Жень! Привет! А что на ужин? Что? Не поняла. Я говорю, ужинать будем? Я голодный, как волк. Сейчас, да, там... Ну, что-то есть, я как-то особенно не готовила ничего. Сейчас. Я так давно не вырезала снежинки. Такая красота. Нервы успокаивает. У тебя был повод нервничать? Там одна ученица с гонором попалась. Ну все, вроде уладили. Ты положишь себе сам, ладно? Да, конечно. На секунду, извини. Привет. Привет. Я соскучился. Ну, мы же расстались час назад. Целый час. Я тоже соскучилась. Мне нужно все время видеть тебя, слышать твой голос. Женька моя. У меня ощущение, что не было этих 20 лет. Для меня ничего не изменилось. Абсолютно. Жень, ты идешь, все сменим. Иду сейчас, секунду. Дома Клим, не могу говорить. Завтра увидимся? Хорошо. Я люблю тебя, Жень. Так же, как и раньше. Целую тебя. Пока. Пока. Жень! Иду. Вот этот зал прикольный. Такой уютный и небольшой. А вот здесь можно шарики повесить. Еще можно музыкальную группу позвать. Мы с Ромкой были на концерте, они так круто каверы исполняют. Да, хорошая мысль. Только папу надо твоего сначала уговорить. Вот и он, лег их на помине. Папа! У нас будет просто самая эпичная свадьба. Все так офигенно складывается. Я счастлива с Ромкой, ты вот на Мире женишься. Так круто, что мы переехали в этот город. Да, круто. Евгения Игоревна, извините. Я перерисовала вазу с цветами. Наверное, неправильно, да? Ну, почему же? Очень интересный цвет. А главное, он точно передает ваши чувства. Мои чувства? Ну, я могу ошибаться, но мне кажется, вы влюблены. И само по себе это чувство прекрасно. Спасибо. Аттестацию вы прошли. Поздравляю. Серьезно? Спасибо. А у меня есть идеи, как расширить нашу студию. Ведь мы можем привлекать к занятиям живописи не только детей,
но и взрослых, даже пенсионеров. Пенсионеров? Но вы напрасно думаете, что пенсионеры не интересуются живописью. Интересуются. Ну, а коли руководство дало нам задачу больше зарабатывать, то я готова работать больше. Это интересно. Зарабатывать больше денег всегда хорошая идея. Кость, привет, любимый. Ну, не получилось у меня пока с новыми арендаторами. Отлично она прошла аттестацию, не подкопаешься, понимаешь? У меня есть еще одна идея, где взять денег. Не волнуйся, выплатим и твой кредит. Чуть-чуть осталось потерпеть. Но мы же не будем все время в парке встречаться. Ну, к тебе домой я не пойду. Это перебор. Жень, да ну брось, это наша старая квартира. Туда никто не заходит. Ну, зато там все как раньше. Что такое? Начальница моя, Елена Сергеевна. Ну ладно. Ты же можешь с мужем прогуливаться. Она прекрасно знает моего мужа. Пойдем скорее. Черт, как школьники. Пойдем. Здесь все как раньше. Та самая. Да. Я потом все части перечитал. Я тоже. Не вспоминал тебя все время. И я тебя. Почему нельзя вернуть прошлое? Зато у нас есть настоящее. Сонь, если бы мне раньше сказали то, что я пойду на такой фильм, я бы в жизни не поверил. Ты чего, не любишь романтические фильмы? Да, походу, теперь люблю. Я пирог испекла с яблоком. Будешь? Просто я не знала, с чем ты любишь. Все мне, что ли? Да. Свинь. Слушай, отлично. Я вчера весь вечер голову ломала, какую начинку сделать. Хоть кто-то голову ломает, чем меня накормить. А что, тебя дома не кормят? Да нет. Почему кормят? Только все больше котлетами вчерашними. Ну, может быть, у твоей жены какие-то трудности, или она себя плохо чувствует? Не знаю. Она в последнее время какая-то сама не своя. Витает где-то. Не делится с тобой? Нет. Странно. Мне кажется, ты такой хороший муж. И полицейский. Можешь по любому вопросу совет дать. Я бы от тебя ничего не скрывала. Слушайте, как они у вас так ровно получаются, я не понимаю вообще. У меня концы друг к другу не прилипают. Давай сюда. Не, правда, я пельмени ни разу в жизни не лепил. Мы обычно их в магазине покупаем, и то, когда мамы дома нет. У нас просто традиция такая – лепить самодельные пельмени. Мы еще, кстати, иногда и блины делаем. О, блин, это тема, кстати. Я, знаете ли, сам блинодел со стажем. Да кто бы сомневался.
Ой, Алик. О, здравствуйте, Тамара Ильична. Ой, как хорошо, что я вас застал. А вы квартиру-то свою не собираетесь продавать? Ну, у меня родственники квартиру хотят купить, ну, чтобы поближе быть. Понятно. Нет, пока не собираемся. Ну, ладно. Ой, а у вас прическа новая. Я не сразу вас и признала-то. Вам идет. Спасибо. Спасибо, счастливо. Ладно, ты чего? Она тебя за миру приняла. Все в порядке? Ну, конечно, в порядке. Нас вычислят два счета. Городок маленький. Ну, давай уедем из этого городка. Хотя бы на пару дней. Только ты и я. Не соглашайся. Ну, не знаю. Да. Давай. Ну? Ну, не быть мне поваром, это уж точно. А ты куда поступать собираешься? Я в Москву на юрфак. Вот. Родители копят деньги на обучение. Папа даже сейф домой притащил. На бюджет я, конечно, вряд ли поступлю. А я так люблю маленький город. Ни за что бы отсюда не уехала. Я тоже из маленького городка. Правда? Да. Я вообще мечтала, что когда вырасту, выберусь из этой дыры и навсегда забуду про нищету. Поэтому ты стала английский преподавать? Да. Я вообще первая, кто в своей семье получил высшее образование. Ничего себе. Да, и потом я переехала в Москву, и тогда началась моя настоящая счастливая жизнь. А, понимаешь, Москва — сила. Ладно, с тобой я куда бы угодно поехала. Школу сначала закончите? Да уж, нюанс. Почему мы не можем поехать все вместе? Я не понимаю. Мир, да потому что я не хочу, чтобы Соня оставалась одна. Потом может приехать мама, ее нужно будет встретить. Я вернусь через сутки. Ну чего ты в самом деле? Так, все, девочки, я поехал. Пока. Все, ведите себя прилично. Не нравится мне все это. Я тут к свадьбе готовлюсь, а он уезжает куда-то. А вдруг он не один едет? Да ладно тебе, он просто заморочен на своей работе. Тебе не стоит об этом думать. Привыкай к статусу жены и завязывай ревновать. Жена-параноик — это не то, что нужно папе. Я тебе сейчас дам жена-параноик. Жень. Привет. Привет. Интересно у вас получается, а? Третий сотрудник гибнет при невыясненных обстоятельствах, а вы хотите сказать, что никакой связи между этими случаями не находите? То есть это я должен искать связь? По-моему, это ваша работа. Ну да. Ну а эти водители между собой как-то общались? Не особо. А грузы возили одинаковые? Разные грузы возили. Разные. Послушайте, я и правда не знаю, какой черт с ними приключился. Ну ладно. Вы из города пока не выезжаете. Мы с вами свяжемся еще. Хорошо. Знаешь, кто сейчас ко мне приходил? Менты приходили. Послушайте, должен сделать все быстро и так, чтобы ко мне не было никаких вопросов. Ты меня понял? Давай останемся еще на день.
будет, я решу. А дома скажу, что задержали. Опять врать? Так врать не хочется. Ты знаешь, я готов оставить Миру. Хоть прямо сейчас. Меня с ней на самом деле особо ничего не связывает. Это она себе напридумывала. Сонька тоже поймет. Я уверен. Женька. Ну что ты? Давай всем все расскажем. Не будет никакого вранья, предательства. Не представляю, как я Климу скажу. Ты знаешь, он хороший человек. И муж очень хороший. И семья у нас хорошая. Сын. Но он не виноват, что... Что ты его не любила никогда? Ну что, какие мысли? Ну, врет, как дышит он. И как ты это поняла? Ну как? Глаза бегают, руки трет, в речи путается. Мне вообще кажется, что связан с грабителями. Например, захотел своих же кинуть, чтобы потом заработать побольше. Ну, что ж, версия-то рабочая. Да? Да. Молодец, Ватсон. Ну что, будем сажать ему хвост. Рад стараться, товарищ начальник. Чужой край. Настолько все изменилось. Время. Мира, привет. Вот так сюрприз. Да, сюрприз — это то, что ты после командировки не домой, а сразу на работу поехал. Ты знаешь, как всегда, куча дел. Это... Знаю. Поэтому тебе чистую рубашку привезла. Вот это вовремя. Спасибо тебе большое. Прости, бегу. У меня через 5 минут зум с подрядчиками. Как раз успею переодеться. Спасибо. Все, работаем. Улыбочку свою глупую с лица снимай, когда с начальником разговариваешь. Что? Что слышала? Не надо лезть к чужим женихам. Или я за себя не отвечаю. Привет. Привет. У тебя есть время? Мне нужно поговорить. О чем? Мне кажется, Алик мне изменяет. Почему ты так думаешь? Потому что он в последнее время изменился. Он постоянно о чем-то думает. Отдалился от меня. Стал невнимательный. Он точно мне изменяет. И у меня есть подозрение, я знаю, с кем. И? Со своей лохудрой секретаршей. Она ведь даже одеваться нормально не умеет. Садись. Мир, возможно, он просто
волнуются из-за предстоящей свадьбы. Ничего страшного. Думаешь? Я уверена. Но все равно переживаю. Подскажи, как удержать Алика? У вас ведь такой хороший брак с Климом. Как тебе это удается? Может, не надо удерживать? А зачем? Глубоко. Мам, слушай, мы тут с Соней написали реферат про темную материю. Можешь, пожалуйста, почитать и сказать, понятно написано или нет? А давай позже, я по делам убегаю. Мам, это все 5 минут займет. Ну давай не сейчас, я же говорю. Я убегаю по делам. Тем более, я думаю, это ваш реферат про темные материи. Все это очень хорошо. Про темную материю? Это у нее творческие приходы. То есть? Ну, она снова рисовать начала. Да, я видела. И у нее началось, как у всех творческих людей. Взгляд стекленеет, все время погружается в какой-то свой внутренний мир. Вечно спешит куда-то, надо ей. Знаешь, я так рада за твою маму. Ей обязательно надо самой рисовать. Глядишь, и у тебя тоже какой-нибудь талант скоро откроется. Да, в кулинарии. Или в астрономии, например. Но если у меня взгляд стекленеть начнет, обещаешь мне об этом сказать? Обещаю. Слушай, Мира думает, что у тебя роман с какой-то секретаршей на работе. О, боже. Ой, мне холодно. Я, конечно, ее успокоила, соврала, но это отвратительно. Послушай, мне кажется, пора, наконец, всем сказать правду. Будь что будет. Я готов. А я не готова. Жень. Я не готова. Ты что? Не собираюсь. Знаю. Женат. Женат. Но счастлив. Ну, и чего ты квела это такая? Как подготовка к свадьбе идет? Ну, я просто устала. Столько дел, я ничего не успеваю. Понятно. А этот деятель тебе, конечно, не помогает. Нет, не помогает. Как обычно, своими делами занят. Ну, не переживай, я приеду, мы его быстро взбодрим. Я все тебе помогу. Спасибо. Алик ведь единственный сын у меня. И для меня важно, чтобы он был счастлив. А его счастье – это кто? Это ты. Так что выше нос. Все будет хорошо. Спасибо. Доброе утро. Доброе. Какие-то вопросы ко мне? И даже предложения. Как интересно. Интересно не то слово. Узнаете? Откуда это у вас? Ну, это еще цветочки. У меня тут целое досье. Что вы хотите? Я хочу, чтобы завтра вы написали заявление по собственному желанию. Хорошо. Но это еще не все. Вы же понимаете, что такая информация стоит дорого? Нет, не понимаю. 200 000 наличными. И мы с вами в расчете.
Знаешь, мы с Соней нашли прекрасный зал для свадьбы. Угу. Я уже звонила администратору, и зал как раз свободен через месяц. А потом туда вообще не пробиться будет. Поэтому, если мы хотим туда попасть, нам нужно подать заявление. Угу. Алик, ты меня слышишь? Да. Мир, слушай, я подумал, что зал это как-то уж чересчур официально, по-моему. Может, на природе отметим? Летом. Свежий воздух, тенты поставим, место красивое найдем. Мы же никуда так уж сильно не торопимся, да? Можем полгодика подождать. Ладно. Давай летом. Ну, вот и хорошо. Спасибо за завтрак. Все, я побежал. Я вижу, вы приняли правильное решение. Да. Но вы ничего не получите. И заявление я писать не буду. Вы уверены? Абсолютно. Вы об этом пожалеете. Посмотрим. Класс покиньте. Да? Опа. Привет. Привет. Ника, это твоя жена. Женя. Я Ника, стажер. Мы можем поговорить? Да. А мне как раз надо к судмедэкспертам отчет забрать. Я пойду. Давай. Садись. Что случилось, Жень? На тебе лица нет. Я должна тебе сказать. Ну. Сейчас. Я. Жень, ну что такое? Говори. Я. Извини. Да, папа. Что случилось? Сейчас я еду. Еду. Отцу плохо. Подожди. Жень, давай. Папа. Папа. Ты как? Я сейчас скорую вызову. Я в порядке. Не волнуйся, не надо никакой скорой. Но ты же сказал, что тебе плохо.
Я просто хотел с тобой поговорить, а ты не выходила на связь. Не поняла, ты пошутил, что ли? Прости меня, Женька. Папа тебя в последний раз соврал. Я обещаю. Ну, прощаешь меня. О чем ты хотел поговорить? Я хотел поговорить о той истории 20 лет назад. Просто у меня не было другого выбора. Выбор всегда есть. Ты права. Я поступил малодушно тогда. Получается, я тебя предал. Прости меня, если сможешь. Ты мне сделал очень больно, пап. Ну, ты меня прости. Я тебе столько наговорила. Просто мне сейчас очень плохо. Прям сил никаких нет, как плохо. Держись, Женька. Если тебе нужна будет моя помощь, я всегда рядом, ты же знаешь. Спасибо, папа. Спасибо. Здравствуйте. Я Светлана, менеджер художественной студии, куда ходит ваша Соня. Мира. Очень приятно. Я позвала вас на встречу, потому что у меня есть для вас информация, Мира. Какая информация? Дело в том, что ваш муж вам изменяет. И я могу сказать, с кем. Но это будет стоить денег. 200 000. Я согласна. Вот, для затравочки. И у меня такого очень много. Как отец? Все обошлось. Ложная тревога. Хорошо. Ну, я, конечно, испугалась. А где деньги из сейфа? Вот. Что надо мне объяснить, что происходит. Ничего не происходит. Хватит! Хватит мне врать. Что с тобой? Ты сама на себя не похожа. Зачем ты деньги из сейфа взяла? Мы деньги копим на обучение сыну. Ты ко мне в отдел приходила. Что ты хотела мне рассказать? Что? Говори. Говори, я жду! Да, я плохая жена, ты мне верил, я тебе изменила все. И кто он? Алик. Тот самый, мы знакомы со школы, у нас был роман, мы по глупости разошлись. Надо же, какая трагедия. Да, сейчас встретились, у нас все продолжилось. Значит, когда ты говорила, что ешь в командировку... Я ездила с ним. Я думала... Ты от подробностей меня избавь, ладно? Вот
дурак-то? Вот же дурак! Я думал, что со мной что-то не так. Привет. А что случилось? У тебя такое лицо, как будто умер кто-то. Я просто в глаза твои бесстыжие сначала хочу посмотреть. Почему вдруг бесстыжие? Что такое? Я все знаю. Что все? Ты, кобель, совсем за дуру меня держишь. Да я знаю, что ты бабу себе завел. Сначала на секретаршу эту твою глупую думала. Мира, успокойся, пожалуйста. Не надо меня успокаивать. Просто признайся сам. Будь мужиком. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Я, говорю, в командировку поеду. На один день. Там будет только работа. Вот, полюбуйся. Блин, я сейчас такой голодный, что мне кажется, я бы даже своих уродливых пельменей навернул бы с удовольствием. Кстати, они у тебя очень вкусные получились. У тебя проблемы с формой, а не с содержанием. Потерпи чуть-чуть, мы почти пришли. Сейчас хоть весь холодильник съешь. Мира не будет против, она очень любит всех покормить. Спасибо. Слушай, а клево, что у нас родители дружат, да? Да. И классно, что они в таких хороших отношениях. Нам просто повезло по всем пунктам. Ну, так даже лучше. Ладно, давай все обсудим. Что ты собрался обсуждать? Как тебе нравится мне изменять? Кем? С Женей? Мир, ты ей доверяла, а она меня обманывала. Так же, как и ты обманываешь. Успокойся. Теперь из-за нее я все потеряла. С таким трудом я столько лет добивалась. Я тебя ненавижу. Ненавижу. Мир, если ты думаешь, что просто так все с рук сойдет, ничего подобного. Да, вольно, ты ненормальная, что ли? Черт возьми. Здрасте. Пап, скажи, что это неправда. Соня, понимаешь, все очень сложно. Хоть детям-то не ври. Сами вы врете. Я вам не верю. Но моя мама так никогда бы не поступила с отцом. Рома, послушай, все действительно не так просто. Мы с твоей мамой... Вы? Что вы? Это значит, вы во всем виноваты. Приперлись к нам домой в мой день рождения специально, чтобы ее охмурить, да? Я вас даже и не звал вообще-то. Ром, перестань. Что перестань, а? Что, перестань, это он ей мозги запудрил, по-другому быть не может. Моя мама никогда бы не начала встречаться с таким, как вы. Рома, перестань немедленно оскорблять моего отца. А если он фигню какую-то творит, а? И что, я же твою маму не оскорбляю? Ну и... Идите вы все. Соня. Доволен? Зачем ты при детях все это устроила? Можно же было все спокойно обсудить. Мы же взрослые люди, Мира.
Теперь я виновата. Прекрасно. Да-да-да, слушаю. Есть информация о начальнике. Это не логистический контор. Ага. Говори. Он сейчас встречается на стоянке с какими-то очень подозрительными типами. Видно, что шифруются и место выбирали. А что еще видел? Слушай, какие-то коробки перегружают из машины в машину. Так. Слушай, скинь-ка мне геолокацию, ладно? В общем, Клим все знает. Я ему все рассказала, так получилось. У нас был кошмарный разговор, и сейчас он на работе. Понятно. Как ты? Да ужасно, я просто как в аду. Давай я приеду. Не надо, сейчас домой Рома придет. Я вообще не смогу выйти. Жень, послушай меня. Ромка тоже все знает. Он только что был у нас и случайно услышал, как мы разговаривали с Мирой, если это можно так назвать. Ну, тогда тем более не приезжай. Все, пожалуйста, давай созвонимся позже, ладно? Пока. Господи. Сюрприз! Привет, мам. Ну? Что ты встал, как вкопанный? Сумки у меня возьми. Дай хоть тебя обниму, что ли. Да, конечно. Давай. Ой, что-то ты похудел как-то. И осунулся. Что-то неважно выглядишь. Нормально я выгляжу, мам. Придется тобой заняться. Бабуля! Сонечка! Я так рада тебя видеть. Я вам подарки принесла. Чуть руки не отвалились. Здравствуйте, Екатерина Васильевна. Что-то вы все такие мрачные, не пойму. А? Так. Сейчас будем все исправлять. Так, Соня, там у меня в пакете виски, нарезку и конфеты. Доставай. Будем отмечать мой приезд. Что надо, папаша? Полиция! Чё в коробках, мужики? Много будешь знать, скоро состаришься. Будешь ужинать? Как ты могла изменить отцу? Слушай, Рома, ну, это сложно объяснить. Что сложно? Алик тоже считает, что все сложно. А я считаю, что все просто. Как ты могла нас кинуть из-за какого-то козла из прошлого? Ну, не хами, пожалуйста. А как я должен разговаривать, мама? Как ты вообще могла такое сделать? И потом стоять спокойно ужин готовить? Ром. Что, Ром, а? Что я должен сделать? Порадоваться за вас? Алло.
Да, я его жена. Сейчас приеду. Отец в больнице. Так. Что ты там шмыгаешь все время, не пойму. Ну-ка, ну-ка, посмотри на меня. Ты плакала, что ли? Я не понимаю. Давай рассказывай, что происходит. Мира, ты заболела? Ну что, Алик со свадьбы не помогает? Да что у вас тут происходит, я не понимаю. Как будто бы что-то в воздухе висит. Ничего особенного, мам. Мы расстаемся. Потому что Алик мне изменил. Надеюсь, я ослышалась? Нет, ты не ослышалась. Ты с ума сошел? Решил все испортить перед свадьбой? Так, ну ты еще теперь давай встрять. Мама, я взрослый человек и не собираюсь слушать эти обвинения в свой адрес. Хватит! Жизненно важные органы не задеты, но большие потери крови. Состояние стабильно тяжелое. Но он же поправится. Делаем все возможное. Организм у него крепкий. Но при таком ранении нужно время, чтобы прошел кризис. К нему можно? К сожалению, пока он в реанимации, посещения запрещены. Понятно, спасибо. Здравствуйте. Здрасте. Я Ника, если помните. Да. Мы с Климом работаем вместе. Да. Мне позвонили, сказали, что Клим в реанимации с огнестрельным. Да. Он поехал на задержание один и никому ничего не сказал. Я не понимаю, почему он никого из нас не взял с собой. Это же просто самоубийство. Ты знаешь, с кем он спутался? Да. Это Женя Дмитриева. Рисование преподает. Соня дружит с ее сыном. Женя. Вы ее знаете? Еще как. У них был роман в юности. Олег не говорил мне об этом. Еще бы. 20 лет назад я еле вытащила его из ее лап. И вот надо же, опять по новой. Вот же прилепилась, как банный лист. Значит, он мне не просто изменил. Он мне врал с самого начала. С того момента, как мы с ней познакомились. Я ему сейчас устрою. Подожди. Остынь. Вдох, выдох. И слушай, что я тебе скажу. Выяснениями отношений здесь делу не поможешь. От скандалов он устанет и сбежит к ней. Так, милая моя, ты его совсем можешь потерять. Что делать? Ничего. Один раз я ее отвадила, и второй раз справлюсь. Так, где ты говоришь, она работает? В детской школе искусств. Что теперь с нами будет? Мы с Соней из-за вас поругались. Мне очень жаль. Угу. Жаль. Она отца защищает. А я не знаю, кого мне защищать. Ты теперь к нему переедешь. Пока папа не поправится, все будет как было. Ну, а когда поправится? Ну, а когда поправится, будем думать, что делать. Жизнь взрослых сложная, Ром. А у нас, думаешь, она с Соней несложная? Слушай, может, мы наконец поужинаем уже, а? Олег, постой. Я подумала, давай правда все обсудим спокойно, без нервов. Я готова тебя простить, если будет все по-прежнему. Мира, у нас с тобой уже ничего никогда не будет по-прежнему.
Жень. Жень, я все решил. Я поговорил с Мирой. Конечно, мне надо было раньше это сделать. Я дурак. Прости меня. Пожалуйста, прости. Мы должны жить вместе. Пока Мира не переедет из дома, мы с тобой можем жить в старой квартире. Я больше ни дня не хочу без тебя оставаться. Жень, что такое? Клим в больнице. Как? Что случилось? Ну, его ранили при задержании. И как он? Он в реанимации. И пока он не придет в себя, я ничего не буду предпринимать. Понятно. Это я виновата. В чем? Я рассказала ему про нас, он ушел из дома. Его чуть не убили из-за меня. Перестань, ты преувеличиваешь. Я надеюсь, он скоро пойдет на поправку, и тогда я смогу с ним обо всем поговорить. Нет, не надо, пожалуйста, мы сами разберемся. Ты уверена? Я уверена. Жень. Я устала. Я очень устала. Я знаю. 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 Ты что делаешь? Ты что, незаметно? Вещи собираю. Алик решил от меня окончательно избавиться. Блин. Да, вот так вот. Ну, ты не волнуйся, мы с тобой все равно будем общаться, потому что я тебя очень люблю. И я тебя. И не важно, что твой отец все испортил. У нас такая хорошая семья была. Я сама с ним поговорю. Правда? Да. Не нужно тебе никуда уезжать. Что за бред вообще? Я вещи тогда, наверное, не буду собирать. Конечно. Папа вообще не понимает, что творит. Я все разрулю, и будет как раньше. Даже лучше. Спасибо тебе. Что бы я без тебя делала? Ты моя настоящая подруга. То есть ничего не изменилось, как я погляжу. Все еще считаешь себя художницей. Что вы здесь делаете? И манерам за 20 лет не обучилась. Я бы, конечно, по доброй воле вряд ли пришла. Но у меня есть сын, единственный. Ну, когда-то я уже это слышала. И услышишь еще столько раз, сколько нужно будет, чтобы ты поняла, ты ему не пара. Опять пытаешься разрушить его жизнь и свою семью, насколько я понимаю. Не ваше дело. А дело в деньгах, признайся честно. Я тебя понимаю. Алик тогда был завидным женихом, а сейчас у него большой бизнес. И ты решила попытать свое счастье вдруг обломиться. Вы говорите ужасные вещи. Мне не нужны ваши деньги. Я не та маленькая девочка, которую можно просто вот так запугать. Я взрослый человек. Я живу как хочу и с кем хочу, ясно? Вам пора. До свидания. Привет. Я не поеду в студию. Поехали домой. В смысле? Занятие же через полчаса. Я
Я вообще больше на рисование ходить не буду. Так, вот это новости. Это из-за Жени? А ты как думаешь? Пап, не бросай Миру, пожалуйста. Но она очень хорошая, она тебя сильно любит. Все же было так хорошо. Сонь, наши с Мирой отношения закончены в любом случае. Я буду либо с Женей, либо один. Пап, блин, ну почему? Потому что я не могу больше жить с человеком, которого не люблю. Прости за откровенность. А я не хочу жить со своей Женей. Вы вообще понимаете, что вы наши отношения с Ромой разрушили? Кто мы теперь друг другу? Брат и сестра? Да перестань, ты что? Ну, ты же понимаешь, что ну, наши отношения с Женей и ваши отношения с Ромкой на самом деле никак не связаны. А ты понимаешь, что ты ведешь себя как эгоист? Езжай, я домой пешком дойду. Ну, ты сама понимаешь, надо было действовать быстро, чтобы тех гадов с поличным поймать. Ну, вот я понадеялся на свои силы. Ну, вот ты всегда так. Не бережешь себя совсем. Это ты преувеличиваешь. Хорошо, хоть тебя в обычную палату перевели. Я убедилась, что ты цел. Солечим был. Клим, не смешно. Знаешь, как я волновалась? Вот еды тебе домашней принесла. В больнице, наверное, есть невозможно. Ого. Но я стрипня с местной точно не сравнится. О. Преступники, в которых ты стрелял, мертвы. А третьего мы нашли. Максим Зотов. Он во всем сознался. Начальника логистической конторы сдал. Он был наводчиком. Отличная работа, Ватсон. Он уже лет 20 такие дела проворачивает. Как это ему раньше срок сходило? Как ты сказала фамилия этого? Зотов. Зотов, да. Попался гадина. Клим. Я знаю, почему ты это сделал. Почему ты туда поехал один? Правда? Это из-за меня. У тебя чувство вины, да? Не из-за тебя. Понимаешь? Сейчас в моей жизни ты самое светлое пятно. Понимаешь? Прям пятно? Не прям пятно. Ну так, пятнышко. Маленькое, но очень-очень милое пятнышко. Соня! Слава богу. А то с тобой никак не связаться. На телефон ты не отвечаешь, а смс-ки игнорируешь. Соня, ну, посмотри на меня. Наши родители ведут себя как малолетние идиоты. Но мы с тобой не должны себя так вести. Мы в этой ситуации будем вести себя как взрослые люди. Понимаешь? Они у нас счастье украли. Дурочка. Ну как же у нас могут счастье украсть? Мы же любим друг друга. Я тебя никогда не брошу. Я тебя тоже люблю. Что ты еще здесь? Алик, не хами девушке. Я не допущу, чтобы ты совершил эту глупость и бросил Миру. Ну, это, слава богу, не тебе решать. Ты уже нарешала на много лет вперед. Если бы не ты, мама, все вообще могло быть по-другому. Интересно, что ты имеешь в виду. Я знаю, что ты договорилась с отцом Жени. Купила его с потрохами. Он сам согласился. И тебя, я смотрю, даже совесть не мучает.
Ни капельки. Не сомневаюсь. Но на этот раз тебе не удастся все испортить. Мам, иди в спальню, посмотри пока телевизор, хорошо? А мы здесь сами разберемся. Я не понимаю. Когда ты стал таким хамом, что про родной матери такие вещи говорить? Алик. Да. Мне нужно тебе кое-что сказать. Ну, нужно говори, и закончим на этом. Я беременна. Я не знаю, что делать. Она просто убила меня этой новостью. Тут может быть только один вариант. Я не люблю ее. А у ребенка должен быть отец и мать. А ты? Ты останешься с Климом? Не знаю. На чужом несчастье своего счастья не построишь. Дурацкая фраза. Но работает. Привет. Привет. Ты как? Спасибо, лучше. Плечо болит? Уже заживает. Прости меня. То, что я сделала, это... Я не готова все бросить. У нас хорошая семья. Была. Хорошая семья. Пока ты мне не изменила. Ну, может, я попытаюсь все исправить. Не надо пытаться. Жертвы мне не нужны. Полюбил другого, уходи. Вперед. Я не хочу уходить. Я все время думаю про тебя, про Рому. Я хочу все вернуть, как был. Пожалуйста. Ой, вот. Ой, какие ползунки, давай закажем. Мам, ну мы пол ребенка еще не знаем. Непонятно, какого цвета заказывать? Два разных цветов закажем. Какая разница? Или коляску давай выберем. Поясница не болит? Ну, Сонь, дай подушку с дивана. Вытягивай ноги. Слушай, ты слинг будешь носить? Это еще что? Это такая штука, в которой детей носят на себе. Не понимаю, зачем это нужно, если есть коляска. Не придумывай. Посмотрим. Я так рада за тебя. За нас всех. Сонь, пойдем. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо. Только в последнее время немного поясница побаливает. Мир, я знаю, что такое ответственность. Ты можешь не волноваться, я буду о вас заботиться. Спасибо.
так на меня смотришь? Олег, это не мое, это мне подруга дала. Для тех, кто бросает курить. Там табака-то нет совсем. Олег, ну так затянуться захотелось. А пахнет, как настоящий табак. И пачка, смотрю, такая очень настоящая. Значит, не побоялась мне соврать про ребенка, да? Молодец. У тебя полчаса, чтобы собрать вещи. Я больше никогда не хочу тебя видеть. Это понятно? Олег. Деньги на первое время. Сейчас. Ключи от квартиры в городе. Месяц можешь пожить. Пока не подыщешь себе что-нибудь, постарайся больше не попадаться мне на глаза. Да, Люд. Тихо, тихо, не кричи на меня в трубку. Слушай, вот, я уже дома, сейчас заберу документы и приеду. Еще 20 раз все успеешь отксерить. Ну, забыл я, ну что такого? Ну, бывает, ничего, всегда же можно вернуться, да? Не кричи на меня, пожалуйста. Вы это серьезно или я сплю? Серьезно. Ром, послушай, мы взрослые люди, у нас давно у каждого своя жизнь. Зачем создавать видимость семьи? Ну, так будет лучше для всех. Лучше для всех? Правда? Вы под всеми опять себя подразумеваете, да? Я не хочу какую-то Нику вместо матери. Послушай, никто не говорит, что она будет тебе вместо матери. И Алика этого я тоже вместо отца не хочу, понятно? И вас обоих я тоже видеть не хочу. Как можно было так легко все разрушить? Как? Знаете что? Ну вас нафиг, я переезжаю к деду. Надо его остановить. Не надо. Пусть поживет у деда. Ему нужно время, чтобы все это принять. Жень. Мы же договаривались. Мира соврала мне про беременность, представляешь? Я случайно узнал. Я не понимаю, как ей вообще такое в голову могло прийти. Жень, на этот раз действительно все. Пожалуйста, переезжай ко мне. Пожалуйста. Я не могу снова тебя потерять. Да, давай я все-таки поговорю с Климом. Нет. Мы разводимся. Привет вам. Здрасте. Алик, а ты мне можешь объяснить, что здесь происходит? С удовольствием. Женя будет жить теперь со мной. Станет полноправной хозяйкой в этом доме. Ты совершаешь большую ошибку. Избавь меня, пожалуйста, от своих комментариев. Я с этим никогда не соглашусь и под одной крышей с ней точно жить не стану. Ну, это очень мудрое решение. Скажи, когда соберешь свои вещи, я вызову тебе такси. Ладно? Пойдем наверх. Ты только матери про рыбу не гугу, а то она меня запилит. Мне ж нельзя соленая. Ну, конечно, дед, договорились же. Смотри. Дрыж все-таки этот Алик молодости был. Я думал, хлюпик какой-то невнятный. Всю свою химию изучал. Но вот Женька, она при нем прямо расцветала. А когда говорила о нем, прямо вся светилась. И рисовала тогда очень много. Сейчас она тоже начала рисовать. Такую волну нарисовала, прямо 9-й вал. Вот и тогда все волны были.
Я смотрел и думал, а вот накатит на тебя такая волна, дочка, что будешь делать? Походу, и накатила. Вот, Ромка, стоит один раз с такой волной встретиться, и потом больше никуда не деться. Мотай на ус. Вкуснятина. О, привет, дочь. Привет. Привет. Пап. Сонь, Женя теперь будет жить с нами. Ты что, реально решил, что можно вот так меня перед фактом поставить? Ну, если не получится с тобой договориться, то придется поставить перед фактом. Ну, мы же договоримся с тобой, Сонь. Да вас-то кто вообще спрашивает? Чего вы встреваете мой разговор с отцом? Ну-ка не груби старшим, ты чего? Я вас всех ненавижу, ясно? Сами ешьте свою еду. Я никогда это не приму. Соня! Соня! Надо было с ней поговорить сначала. Перестань. Нельзя идти у подростков на поводу. Она скоро успокоится, ничего. Главное, что мы вместе. Сонь, ну тебе не кажется то, что ты все-таки это, преувеличиваешь мальца? То есть нормально, да? Захожу я на кухню, а там за моей плитой чужая тетка еду готовит. Ну... Как я должна была реагировать? Ну, это не чужая тетка, Соня. Это мама моя. Ром, знаешь что? Ты не с чужими людьми живешь. Тебе хорошо говорить. Да. У деда клево. Он мне вчера столько про твоего отца рассказал. Я реально понял, что они с моей мамой любили друг друга всю жизнь. Я даже на маму перестал злиться, честно говоря. Офигенно. То есть при таком раскладе мою маму, Веру, отец вообще никогда не любил? Сонь, ну я не это имел в виду. Супер! Спасибо за инфу. Знаешь что? Пошел ты нафиг со своей мамой! Сонь, подожди, ну... Короче, они меня достали уже все. Ты единственный нормальный человек рядом со мной. В последнее время папу вообще как бы отменили. Да. Конечно, грустная у нас история вышла. Это не то слово, блин. Я же не со зла эту беременность придумала. Просто так твоего папу люблю. Я знаю. Если б можно было все вернуть. Да я бы с радостью. Но как? А ты можешь понаблюдать пока за Женей? Наверняка вскроется что-нибудь интересное. Что ты имеешь в виду? Я не хотела тебя расстраивать, но посуди сама. Тогда Алик подавал большие надежды. Сейчас у него свой дом, фирма. У Жени всегда была только одна цель. Деньги. Конечно. Алик бедный не видит, как она его водит за нос. Ужас. Поэтому мы с тобой должны открыть ему глаза. А то Женя скоро начнет ваши деньги прикарманивать. Это просто вопрос времени. Можешь на меня рассчитывать? Я в тебе не сомневалась. Мы же подруги. Для начала я дам тебе код от сейфа Алика. О, привет. Привет, пап. Как дела? Да нормально. Дед только готовить заставляет. Это капец вообще. Нарвался. Да. Пап, ты это... Я хотел тебе сказать. Прости меня. Все нормально, сынок. Не, пап, правда. Я пожил у деда и понял то, что вам правда надо начинать каждому свою жизнь. Мама к Алику переехала. Понятно. А я к тебе перееду, когда ты выпишешься. Ты знаешь, я больше всего в жизни хочу, чтобы твоя мама была счастлива. Я ее очень за нее рад, понимаешь?
больше всего рад, что ты мне стал таким мудрым и взрослым. У меня с вами выбора не было. Соня, не хочешь помочь с обедом? Вы сейчас прикалываетесь? Почему? Кому я должна помогать? Женщине, которая меня жизнь изуродовала? Из-за вас мы не можем быть вместе с Ромой. Как вы вообще спокойно спите по ночам, зная, скольким людям вы испортили жизнь своей этой любовью? Понимаю тебя. Неужели? А вот представь себе, что сейчас вся эта ситуация, возможно, происходит из-за того, что когда-то в юности я не захотела побороться за свое счастье и позволила взрослым все разрушить. Возможно, ты сейчас допускаешь такую же ошибку. Ты потом жалеть будешь. Да пошли вы. Привет, Зин. Привет. Привет. О, дочь, привет. 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 Слушай, у нас тут деньги собирают. На языковой лагерь на Мальте. Хочу поехать летом на месяц. Так. Что скажешь? Отличная мысль. Вот такая. А только нужно срочно оплатить, а то там места займут. Угу. А, 2000 евро. А можно рублями по курсу. Да уж. Ну, спасибо и на этом. Хорошо. Я дам тебе деньги. Завтра оплатишь. Спасибо, пап, ты лучший. Я знаю. Так. Так, девочки, странная ситуация. По-моему, в сейфе денег не хватает. А как такое может быть? Да не прикидывайтесь. Это вы взяли? Я. Сонь, ты что такое говоришь? А кто еще мог взять? Только она. До этого в нашем доме воров не было. Папа, разуй глаза, наконец. Она с тобой ради денег. Тише, тише, успокойся. Сонь, что ты делаешь? Что ты делаешь? Тебе не стыдно? Пап, ну как же... Немедленно извинись перед Женей. Да. Немедленно, я сказал! Извините. Может, это ты деньги взяла? Как я? Я даже код от сейфа не знаю. Да, это правда. Есть только один человек, который знает код. Это Мира. Черт, не хотел ее больше видеть, да, похоже, придется. Доброе утро. Уже пора вставать. Не хочу. Если ты проваляешься еще 5 минут, не успеешь позавтракать. Ну и пофиг. Вам-то что? Ну, у отца совещание с раннего утра, поэтому в школу тебя повезу я. Я никуда не поеду. Я плохо себя чувствую. А я хочу тебе кое-что отдать. Я понимаю, что я тебе не нравлюсь, и ты хочешь, чтобы я ушла из этого дома. И поэтому избираешь не совсем красивые методы.
Ну, идите, пожалуйтесь папочке. Но жаловаться я никому не буду. Я просто хочу, чтобы ты вернула деньги назад. А потом, когда соберешься силами, сама все расскажешь. Ты же честный человек. Ты хороший. Мы договорились с тобой? Давай, вставай. То есть вы указывали своим подельникам, какие грузы более ценные? Я правильно понимаю? Хотите всех собак на меня повесить? Не получится. И вашей целью, помимо личного обогащения, было банкротство вашего партнера. Вы хотели забрать весь бизнес себе. Это только ваши домыслы. Доказательств-то у вас нету. Ошибаетесь, гражданин Фролов. Есть документы и есть свидетели, которые могут подтвердить, что вы подставляли своих клиентов на миллионы, а также подставили своего партнера. Я вам настоятельно рекомендую начать сотрудничать со следствием. Мне кажется, вы меня не совсем хорошо понимаете. Погибли люди, и мы уже передаем дело в прокуратуру. Если вы будете продолжать упираться, вам светит солидный срок. Я согласен. Все расскажу. Конвойный. Уведите. И дайте ему бумагу, пусть признательное пишет. Есть. Я соскучился. Я тоже. Слушай, а ты тут, я вижу, без меня заматерила. Правда? Нормально вышло? Молодец, красотка. Профессионал. Спасибо тебе, что навещала меня в больнице. Ну ты чего? Погоди. Дай мне договорить. Я теперь как мужчина официально свободный. Тише, тише, тише. Спокойно. Хочу пригласить тебя на свидание. Ну, если ты, конечно, согласишься. Привет. Привет, привет. Ну что, нашла что-нибудь еще? Пока нет. Слушай, может, мы зря все это? Это ее? Да, но... Мира, мне кажется, ты перегибаешь палку. Мало ли что у Жени-то может быть. Это ее личное пространство, так нельзя. Ты что такая вдруг сердобольная стала? Да потому что я и так у тебя на поводу пошла с этими деньгами. Получилось некрасиво, и теперь мне стыдно. Сейчас расплачусь. Да, и Женя не стала меня сдавать отцу. Ты тоже на ее стороне? Тоже предать меня решила? Ты меня должна поддерживать! Меня, а не чье-то личное пространство! Я поддерживаю! У меня нет никого, кроме Алика. Как я буду жить без него? Я много лет уже не работаю, только домом занимаюсь и твоим воспитанием. Мне что теперь, репетиторскую практику устанавливать? На что я буду жить? Так это тебе на самом деле нужны только деньги от отца? Нет, конечно, Сонечка. Не трогай меня! Причем с самого начала ты папу не любила никогда! Ты что такое говоришь? Мы же подруги. Никакие мы не подруги! Ты меня использовала, чтобы папу с Женей разлучить. А на счастье папы тебе плевать. Убирайся вон отсюда! Я все равно это просто так не оставлю.
Чем обязана счастью? Я пришла поговорить. О чем? Я пришла сказать, что так просто Алика не отдам. Ты меня еще плохо знаешь. Я, по-видимому, должна испугаться. Вот что я вам скажу, Мира, это вы меня плохо знаете. Если вы только попробуете сунуться в мою семью, вам мало не покажется. А еще лучше уезжайте из города. Это я сама решу. Делайте, что хотите. Алика вы не получите никогда. Разговор окончен, дверь там. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас пригласила, потому что я думаю, у нас с вами есть некоторые общие цели. И какие? Вы не просто так собирали компромат на Женю. Она вам не нравится. Не нравится. Мягко сказано. Значит, я не ошиблась. Мне нужно убрать ее с дороги. И у меня есть план, в котором вы, я надеюсь, сможете мне помочь. Понимаю. По идее же математика сначала, а потом русский должен быть. Там замена произошла. Ну ладно, пройдем. Что-то здесь не так. Интересно сейчас. Я не могу, что не могла бы куда-то сделать. Хорошо. Да, вот, пожалуйста, где ластик? А, не знаю, посмотри, все шли. Да, ластик, пожалуйста. Спасибо. Что это у тебя? Не совсем. Есть мой? Вик, мы же договаривались. Сначала работаем четко по заданию. Да ни о чем мы с вами не договаривались. Я вообще считаю, что качество работы ученика зависит от преподавателя. Так что не надо сваливать все с больной головы на здоровую. Ну, в таком случае я прошу вас покинуть класс. Неужели? А я, может, не хочу никуда уходить! Что ты делаешь? Прекрати! Прекрати, я сказала! Выйди, выйди из класса, я сказала! Пошла вон! Иди отсюда! Иди отсюда, сказала! Как это такое? Ненормально. Зачем чужую картину рвать? Свою бы рвала. Да. Кажется, странно. Плачет? Вика. Вика, послушай, давай так. Если тебе интересно конкретное направление или стиль, мы же всегда можем договориться. И спокойно, без нервов, правда? Извини меня, пожалуйста, я была не права. Извини. Я не права была. Слышишь, Вик? Ребят, я прошу прощения за то, что я повысила голос. Я была не права. Вик, мы договорились? Извини. Ладно.
А у меня для тебя новость. Да? Какая? Ну, я так быстро не успел. Что такое? Жень, что? Женька. Счастье какое. Радость-то какая. Ура! Малыш, у нас будет ребенок. Поздравляю. Спасибо, Женька, спасибо. Пап, а ты же не будешь меня меньше этого ребенка любить? Да ты что, смеешься, что ли? А ну-ка, иди сюда. Сонька, я буду любить тебя всегда. Запомни это. Пап, это я. Что? Тогда деньги из сейфа взяла. Так все ужасно, тупо вышло. Но я уже все вернула на место. Прости меня, пожалуйста. Это уже не проси, не проси. Простишь? Угу. Ладно, только больше так не делай никогда, хорошо? Хорошо. Девчонки мои любимые. Здравствуйте. Доброе утро. Проходи, Оль. Если оно, конечно, доброе. А что такое? Мне жаль, что именно мне придется вам это показать. Но я считаю, это стоит увидеть. Кто-то снял на видео и выложил в сеть. Там уже много репостов, комментариев. Все ругаются. Родители в основном. Что пишут? Что учеников третируете. Что детей на занятия больше не пустят. Я уже позаботилась о том, чтобы в нашем местном интернет-издании вышла большая статья о том, как вы увели мужа у матери одной из своих учениц. Подождите, так вы спросите у ребят, как было на самом деле в ситуации с Викой. Они скажут вам, ну вы спросите учеников. Это уже не важно. С сегодняшнего дня вы у нас больше не работаете. Зайдите подписать документ. Всего хорошего. Жалко Женю, она не виновата ни в чем. Рад, что ты так думаешь. Я у нее училась. Знаешь, что она прекрасный педагог и ни в чем не виновата. Поэтому я пришла мириться. Я рад. Я же тебе говорила, что все хорошо будет. Слушай, мы все большая семья. И нефиг друг друга в обиду давать. Правильно. У твоей мамы будет ребенок от папы. Ого, вот это поворот. Да, теперь у нас будет общий брат или сестра. Да уж, круто. Ну да уж. Мир? Мир. Успокойся ты. Может, это вообще к лучшему. Тебе сейчас о ребенке нужно думать. А в работе как раз делать перерыв. Потом, после родов, вернешься к рисованию. Свою студию тебе откроем. Спасибо тебе. Просто это так несправедливо. Слушай, да плюнь ты на них, и все. И статья — это про нас с тобой. Что я тебя у мира увела. Ужас какой-то, город маленький, все знают. Кастудобище какая. Жень. Женя. Жень, что с тобой? Что, плохо? Женечка. Сейчас. Сейчас. А, потерпи, потерпи, пожалуйста. Сейчас все будет хорошо. Сейчас, Женька, потерпи. Сейчас, сейчас, Женечка, сейчас. Сейчас. Алло. Алло, скорая, моей жене плохо. Ну что? Надо в больницу везти. Господи. Мы в любом случае должны исключить угрозу выкидыша. Это лучше сделать в стационаре. Конечно, конечно. Хорошо, мы это все понимаем. Жень, все в порядке, не волнуйся. Все, я поеду с тобой. Сейчас только вещи соберу, самые необходимые. Хорошо. А к
Аккуратненько. Угу. Не торопитесь. Голова не кружится? Да вроде нет. Главное — сохранять спокойствие, аккуратно, все будет в порядке. Не торопимся. Угу. Все хорошо, вы не переживайте. Скоро доедем до больницы. Мама! Мам, что случилось? Ничего страшного, просто нужно съездить в больницу. Я с тобой. Не надо, Алик со мной поедет. Хорошо. У меня есть турист. За самую красивую девушку в этом зале. Клим, ты меня смущаешь. Я всегда называю вещи своими именами, ты же меня знаешь. Давно. Уже. Благодаря тебе я как будто проснулся, понимаешь? И понял, что хочу жить по-настоящему, на полную. И любить тоже на полную. За тебя. Мне кажется, я покраснела. Да, Ром, привет. Что-то серьезное? Да, 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 конечно. Оставайся, да. Только держи меня в курсе, ладно? Ну, давай. Что-то случилось? Женьку в больницу везли. Вроде просто обследование, а Ром хочет с Соней остаться подержать. Вот спрашивал, можно или нет. Первая ночевка у девушки? Я думаю, не последняя. Вырос мальчик. Ну? Так, вот страничка этой Вики, которую выложила видос. Напиши, что она дура, что если с мамой что-то случится... Спокойно. Во-первых, Жене все будет в порядке. Надо надеяться на лучшее. Потом давай ей в личку напишем. Что мы ей напишем? Спросим, зачем она это сделала. Какая-то логика должна быть у человека. Ну да, давай напишем. Блин, она меня заблокировала. Сама напросилась. Посмотри, в какой школе она там учится. Короче, мы Вику прижали и попросили убрать то видео, которое она опубликовала, и написать опровержение. И что? Ну, и она сказала, что это вообще не ее идея была. А чья? Это Света придумала, а Вика согласилась писаться за новый телефон. Добрый день. Добрый день, мы как раз вас ждем. Что случилось? Анализы плохие, откровенно говоря. Есть серьезная угроза выкидыша. Так, понятно. И что, нам теперь лучше остаться здесь, в больнице, или... Скажите, что сделать? Я все сделал. Что нужно? Госпитализация обязательно, но... В общем, скажу я вам прямо. В нашей клинике нет достаточных ресурсов. Есть хороший перинатальный центр, в идеале, конечно, лечь туда. Но туда очень тяжело попасть. Ну, тяжело не значит невозможно, правда? Чего, Жень, я все решу. Ты будешь там. Я тебе обещаю. Спасибо. Алик, дорогой, я не хочу с тобой ссориться. Решай все сам, как считаешь нужным, по поводу мира. Спасибо. В конце концов, это не стоит того, чтобы портить наши с тобой отношения. А то я так переживаю, сегодня опять всю ночь не спала. Ладно, мам, ты береги себя. Все хорошо. Проехали. Ну, это хорошо. А чего у тебя вид такой потрепанный? Да ничего, есть проблема. Женя в больнице, у нее угроза выкидыша. Так она... Да, да, мам, она беременна. Может, тебе помощь нужна? Я могу приехать с Соней посидеть. Слушай, Соня уже большая. С ней не надо сидеть, она сама прекрасно справляется. Кстати, а помощь твоя может действительно понадобиться. Мам, слушай, здесь есть очень хороший перинатальный центр, куда надо устроить Женю. Я пытался с ними договориться, но у них вообще нет мест. Я, в
уже все связи поднял и безуспешно. Что делать-то? Я дам тебе телефон, контакт человека, который поможет решить проблему. Замминистра. Спасибо. Спасибо тебе, мам. Спасибо. Да, наконец-то все решилось. Я окончательно избавилась от этой художницы. Так что можете переводить деньги и занимать помещение. Она вас ждет. А я говорила вам, что помещение почти 70 квадратных метров, 6 огромных светлых окон. Вы всегда сможете сделать зонирование или даже косметический ремонт. Да дрянь! Бери телефон! Пусти ты меня! Атас! Охрана! Охрана! Воры! Охрана! Задержите воры! Отпустите! Отпусти! Здравствуй, Жень. Здрасте. Надеюсь, тебе получше? Да, спасибо, мне уже получше. Послушай, я хотела сказать тебе, что наши отношения непростые были. Вот, Борщик, но надеюсь, что это в прошлом. Картошечка. Ты носишь ребенка Алика. А это для меня самое важное. Вот витаминчики. Неожиданно все это от вас услышать. Ну, ты же сама, мать, понимаешь, что ради своего ребенка иногда можно пойти на все. Поэтому ради Алика и моего будущего внука мы должны зарыть с тобой топор войны. Ты согласна со мной? Я согласна. Давайте зарывать. Ну, вот и хорошо. Если тебе будет нужна моя помощь, то всегда можешь обратиться ко мне. Хорошо, спасибо. Я зашла сказать, что ваш муж договорился с центром. Завтра утром вас туда перевезут. Спасибо. Отличная новость. Спасибо. Ну что, думаете, вот так просто можно украсть деньги? И это сойдет вам с рук? Какие деньги? Мы ничего не брали. У меня в тумбочке лежал конверт с деньгами на новый проектор. А теперь конверта нет. Я вызываю полицию. С ними будете объясняться. Знаете что, у меня папа сам из полиции. Он вам не даст нас просто так обвинить. Обыщите нас, если хотите. Ну нет, для этого есть специально обученные люди. У нас в культурном центре периодически пропадают деньги. И вот, наконец, воры нашлись. Все очень обрадуются. Уводите их. Пойдемте. Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? Гражданка Савельева утверждает, что они украли деньги из культурного центра. Будем разбираться. Мы ничего не крали. Сереж, ты знаешь, кто это? Это же сын Клима. Знаю. Я надеюсь, ты сообщил ему и родителям девочки, что они здесь. Сообщу. Как заявление оформлю. Гражданка Савельева в кабинете начальника сидит, дописывает. Да это все вранье.
Ладно, я Климу сама позвоню. Извините, можно вас? Да, слушаю. Да, Александр Николаевич. Попытайтесь восстановить данные. Так точно. Это очень важное видео про эту Савелью. Да-да, сделаем. Так точно. Хорошо. Есть. Спасибо. Есть. Нас уже ждут в перинатальном центре. Ты только переезд потерпи. Не потерплю. Я люблю тебя. И я тебя. Прости, пожалуйста. Прости. Извини, на минутку. Да, алло. Соня. Папа. Привет. Привет. Ромка, вы в порядке? Вы что здесь, все совсем обалдели? Вы должны были сообщить родителям, что ребенок в отделении. Почему никто не позвонил? Не повышайте голос. Мы разбираемся. Да разбирайтесь, в чем хотите. Я забираю дочь домой. Мы не можем ее пока отпустить. Софья и Роман задержаны до выяснения обстоятельств. Что? Да я сейчас, знаете, что устрою? Так, так, ты успокойся. Сейчас все уладим. Подожди. Вот они, соколы. Значит так, Немцов, слушай меня внимательно. Бумажку эту в мусор. А вы за мной, ты тоже. Вот какого черта вы сами к этой Савельевой пошли, а, Ром? Ты что, маленький совсем? Почему со мной не посоветовался? Я хоть подсказал бы, как делать правильно. Прости, пап, ну. Не ругайте его, мы хотели как лучше. Как лучше? Теперь у нас проблем по самую маковку. Ну, ребята переживали за Женю, может, правда, не стоит их так строго судить. Спасибо, что хотели помочь. Я очень это ценю, правда. Ну что ты, пап, мы же родня. Так, ладно, мы еще посмотрим, что со всем этим делать. О, наше такси. Угу. До свидания. Давай. Пока, счастливо. Пап. Пока. Пока. Всем увидимся. Пока. Пока, счастливо. Пока-пока. Садись. Давай. Совершили глупость, должны сами ее осознать. Да я понимаю, но они же все-таки еще дети, и потом хотели помочь Жене. Мне кажется, это важнее всего. Угу. Клим, я хотел извиниться. Как-то все по-идиотски получилось. Конечно, надо было все сразу про нас Жене рассказать. Да. Это упростило бы ситуацию. Наверное. Обман никогда ни к чему хорошему не приводит. Но сам же знаешь, иногда не все получается сделать правильно сразу. Извинения принято. Тем более, на удивление, все сложилось даже к лучшему. Что ты имеешь в виду? Понимаешь, я тоже научился видеть других женщин, кроме Жени, и нашел своего человека, и так что забыли. Начинаем жить заново. Я рад. Спасибо за помощь с Соней. Рад помочь. Как там Женя? Нормально. Нормально. Сейчас перевели в новую клинику. Прогнозы вроде хорошие. Не волнуйся, я о ней позабочусь. Ну, в этом я не сомневаюсь. Спасибо. Да, есть определенная проблема, но она у нас лечится с помощью новых технологий. Не стоит волноваться. Полежите у нас пару недель, я думаю, все наладится. Хорошо, спасибо. Вы меня успокоили, а то я переживала очень. Да с таким мужем вам вообще бояться нечего. У нас вся больница только об этом говорит. Он почти до министра дошел, чтобы вас положили. А у нас постоянно проблемы с местами. Так что повезло вам с мужем. Повезло. Еще раз повторяю, вам с таким мужем вообще бояться нечего. Повтори еще раз, пожалуйста. Мне кажется, я не расслышал. Компания Виктора Черданцева отказалась с нами сотрудничать и разрывает контракт. Причины они не объяснили. Это же самый крупный клиент. Да. Ты
То есть, получается, мы теперь производим то, что некому будет продать? Есть инсайдерская информация. Моя подруга работает у Черданцева на ресепшн. Говорят, что ему поступило предложение по более низкой цене от наших конкурентов. Есть! Наши технари просто маги-волшебники. Все восстановили. И что там? Доказательство того, что это Света Савельева получает взятку за увольнение Жени. Можем приобщить к делу. Никуда мы это не можем приобщить. Это незаконно добытые доказательства. Тогда у меня есть идея, как поступить. Ну что, Евгения? У меня хорошая новость. Анализы стали гораздо лучше. Завтра можем отправить вас домой. Если пообещаете, что будете соблюдать постельный режим некоторое время. Обещаю. Сделаю все, что вы говорите. Спасибо. Я очень рада. Только берегите себя. Вам сейчас очень вредно волноваться. Я стараюсь не волноваться. Я в такую историю попала. Одна из моих учениц ославила меня на весь город. В соцсетях, на телевидении. Ну, в общем, кошмарная история, да, вы, наверное, слышали. А вы ничего не знаете? Нет, а что? Появилась новая информация. Вы сегодня главный героиня новостей. Скандала с участием преподавательницы детского культурного центра Евгении Дмитриевой. Выяснилось, что в сеть была выложена только часть видео, которое представляло Дмитриеву в невыгодном свете. Вчера вечером в сети появилась полная версия, где слышно, что Евгения проявила себя как хороший педагог, а фрагмент был вырван из контекста. Слушай, давай так. Если тебе интересно конкретное направление и стиль, мы уже всегда можем договориться. Извини меня, пожалуйста, я была не права. Ребят, я прошу прощения за то, что я повысила голос. Я была не права. Однако на этом скандалы в культурном центре не закончились. Одной из сотрудниц центра предъявлено обвинение в получении взятки. Оставайтесь с нами. Мы будем продолжать следить за этой историей. Ничего себе. Это же моя презентация. Очень интересно, и кто мог слить информацию? Артём, то есть ты ничего об этом не знаешь? Я никогда не видел вашу презентацию. Я закупкой сырья занимаюсь. Ладно, иди. Я ничего не трогал, Александр Евгеньевич. Вы же мне верите? Верю. Но у меня есть идея. Я поговорила с сисадмином. Он говорит, что был взлом. Что файл был скачан из вашего ноутбука. Так что... Это кто-то, кто имел к нему доступ. Я понял. Спасибо. Очень плохая связь. Алло. Да, я деньги получила. Вы слышите? Деньги получила. Да, спасибо. Алло. Алло. Да, я деньги, говорю, получила. Спасибо. Я всегда говорила Алику, что нужно тщательнее хранить информацию о своих разработках. Алло. Все, отбой. Спасибо, отбой. Алик, какой сюрприз, привет. Кофе поставить? Некогда кофе пить. Я так рада тебя видеть. Давай присядем.
Я так соскучилась по нашим разговорам. Уже даже деньги успела потратить. О чем ты? Я не понимаю, какие деньги? Которые тебе заплатили за мою презентацию мои конкуренты. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я оставил тебя в своей квартире. Дал денег на первое время, а ты мне в спину плюешь. Да, видимо, все-таки я тебя очень плохо знаю. Олег, что ты такое говоришь? Собирай вещи. У меня есть час. Я хочу, чтобы ты ушла при мне. Больше никогда не появлялась в этом доме. И ключи оставь, пожалуйста. Олег, пожалуйста, не надо. Мне некуда совсем идти, Олег. Это меня уже не волнует. Собирайся. Это самый позорный случай за всю историю существования нашего центра. Вы не просто подорвали доверие к нам у тех, кто приводит сюда своих детей. Вы опорочили честное имя нашего лучшего преподавателя. У меня были свои причины. У меня обстоятельства. Вот даже не заикайтесь мне об этом. Вашему поступку нет оправдания. Дмитриева и ее группа будут сегодня восстановлены. А ваших арендаторов, чтобы завтра же здесь не было. Хорошо. Вы, разумеется, уволены. Я жду возвращения денег, которые мы собирали на проектор. Лучше бы как-то они сами собой оказались у меня на столе. А вам я советую после убраться из города. Больше с вами никто дело иметь не захочет. Привет. Нет, все плохо. Меня только что уволили. Здрасте. Твоих арендаторов выгоняют. В смысле я облажалась? Я старалась помочь тебе. Ты не можешь меня бросить теперь. Эй! Светлана Савельева? Да. Полиция. Вам придется проехать с нами, вы арестованы. Да что? За взятку на рабочем месте, растрату и дачу ложных показаний. В общем, целый букет. Поехали. Давайте помогу. Здесь кто дома? Все, тишина такая. Мам! Привет. Мама. Привет. Мам, ты как? Все хорошо, слава богу. Мы так переволновались. Да уж мы знаем. Давайте как-то в следующий раз будем аккуратнее, да? Будем надеяться, что следующего раза не будет, да? И вообще хорошо, что получилось достать это видео с Робкиного телефона. И с ребят теперь сняты все обвинения. То есть нужно отпраздновать? Непременно. Да, да. Да! Ну что ж, я вижу, что у всех все наладилось по всем фронтам. Слава богу. Теперь я со спокойной душой могу возвращаться домой. Что значит возвращаться домой? А кто будет мне помогать готовить праздничный ужин? Семья вся в сборе, все прекрасно. Ну, я предлагаю запечь утку. Слава богу. Да. Знаешь, все-таки у нас с тобой разница в возрасте ощущается. Ну, здрасте. Ты чего это вдруг? Да мне бы в голову не пришло выложить это видео в интернет. До такого додуматься, значит, под силу только молодежи. Ну, хорошо. Тогда я расцениваю это как комплимент. И правильно расцениваешь. Ведь напрямую такие доказательства никто не принял бы, ни один суд, ни один следак. А так, вроде как, все сами увидели в интернете. Кто молодец? Ты молодец. Ну и к тому же выявили настоящую преступницу на чистую воду. А по этому случаю заслужили небольшой отдых. Я заказал две путевочки в одно тихое место на выходные.
Прямо сам заказал? В интернете? Представляешь, это было сложно, но я справился. А еще спасибо тебе за то, что помогла мне с сыном. Доброе утро. Доброе утро. Это вам от нас. Спасибо. Очень рада, что вы вернулись. Спасибо. Ребят, я очень тронута. Ну что, приступим к занятиям? Пожалуйста. Я... Простите меня, пожалуйста. Я не думала, что все так далеко зайдет. Вы прекрасный преподаватель. И я хочу у вас учиться опять. Возьмете меня? Ну, конечно, возьму. Проходи на свое место. Спасибо. Вик, я действительно считаю, что у тебя большой потенциал. Просто мы пока не знаем, в каком направлении, но мы узнаем. А признавать свои ошибки — это хорошо. Да уж. Проходи. Так, ребята, сегодня конкретного задания не будет. Рисуем на свободную тему. Ну, например, давайте попробуем нарисовать то, что вы сейчас чувствуете. Каждый из вас на данный момент. Задание понятно? Да. Пожалуйста. Доброе утро. Доброе, Жень. А ты чего так рано подскочил? Да тут не знаю, что делать. Что случилось? Ну, в общем, конкуренты украли презентацию моей разработки. И от меня ушел основной заказчик. Теперь мне надо как-то сохранить остальных клиентов, а для этого нужно переделать презентацию, которую я и так оформлял почти полгода. Ну так а что нужно делать? Я не знаю. Ну, наверное, как минимум придумать новое, более удачное визуальное решение. Визуальное решение? Ну так это же мой конек. Ну давай, я что-нибудь придумаю. Слушай, как мне сразу это в голову не пришло. Конечно, посмотри. Ну, может, что-то да, может, что-то и получится. Смотри. А кто вас заставил все это нацепить, пап? Ты себя видел? Соня, ты попробуй с ней поспорь. Ну, у нас же праздник, брат приехал. Не портите момент, родственники. Ромка, ты снимаешь? А то. Так, это наш Егорик, он приехал домой. Это наша мама, это наш папа. Господи. Это они все вместе. Все, Рома, это наша все. Семья. Мама, мам, ну чуть-чуть прекращай, кадров, ну, истории. Ты... Так, это все вместе, это все в сборе. Господи, а нос, мне кажется, похож на меня. А глаза точно наши породные. Что-то есть. Какое же вы мне счастье подарили. Я так мечтала о внуке. Так, а вот я бы с внуками повременил. Пока. Очень-очень повременил бы. Слышите, Сонь, Ром, ну, по крайней мере, до конца института, хорошо? Ладно, пап, мы поняли. Угу. Так, я, наверное, к отцу съезжу, а то мы всего на 2 дня из Москвы приехали. Хорошо, давай. Да. Знаешь, в Москве так классно. Все куда-то спешат, бегут. Ну, это и прикольно. А Соня что? Что Соня? А ей наоборот у нас нравится, знаешь? Говорит, у нас спокойней. Ну, ее, кстати, в Москве пригласили на модную тусовку в универе. Все там будут кино обсуждать, искусство. Вот. Так что она решила перебраться обратно. Ну, так сказать, вернуться к столичной жизни. Так, может, останетесь там? Ну, не знаю, пап. Мы только поступили. Я же все равно к тебе буду приезжать. Спасибо, сынок. А у тебя что там с Никой? Еще не думали съезжаться? Ну, собственно, торопиться некуда. Угу.
это из-за развода, да. Ну и что, я взрослый, я все понимаю. Не хочешь второй раз обжечься? Или ты все-таки переживаешь из-за мамы? Да нет. Сначала как-то переживал, а потом отпустил. В итоге все сложилось так, как надо. Причем у всех. Значит, я тогда жду приглашения на свадьбу. Нос не дорос. Отцу давать в этом советы, понял? Пожалуйста. Карте. К сожалению, не получилось. Недостаточно средств. Странно. Давайте наличными. Давайте. Сколько там? 280. Спасибо за точность. Ну и надолго ты там, в своей командировке? Скоро Егорка начнет ходить, ты не заметишь. Да не начнет, не волнуйся, не так быстро. Как там у вас дела? Ничего. Скоро молодежь придет, гулять пойдем. Егорка такой шебутной. Весь в тебя, все время пытается носки себя стянуть. Да ну, разве я такой был в детстве? Ты мне не рассказывала. Такой. И еще все время сосал палец. Вот это новости. Ну ничего, видишь, вырос, перестал, не страшно. Ладно, мам, прости, мне нужно ко встрече готовиться. Давай, пока, позже созвонимся. Пока. Пока. Ой, подожди. Мне что-то нехорошо. Ой, подожди. Екатерина Васильевна. Господи. Екатерина Васильевна, что с вами? Сейчас. Алло, скорая? Женщине плохо. Да, Милентьевский парк. Да, сознание потеряла. Мы около беседки. Да, быстрее, пожалуйста. Хорошо. Скорее всего, микроинсульт. Нужно обследовать. Куда повезете? В центральную. Клим. Привет. У меня ребенок пропал. Я отвернулась на секунду, я вызывала скорую. Повернулась, коляски тихо, нет. Тихо. Помоги мне, пожалуйста. Спокойно, во всем разберемся. Ребенка хорошо. Мы найдем. Я тебе обещаю. Слышишь меня? Хорошо, все, мне. Все, 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 все. Девушка, вы не видели человека с детской синей коляской?
Нет, не видела. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, может быть, вы слышали детский плач или, может быть, видели что-то подозрительное? Спасибо. Простите, пожалуйста, у меня ребенок пропал. Маленькая такая коляска синяя. Нет, девушка, простите, не видел. Ну что? По нулям. Так, надо достать видео с парковых камер. Я уже связалась с охраной. И что? Именно эта часть парка на камерах не просматривается. Ну как-то похититель ведь вышел из парка, правильно? Не на ковре в самолете. Надо смотреть выходы. Поняла, займись. Поняла, я запрошу. Ага. Так, погоди. Пусто! Ну-ну-ну, не паникуй! Не паникуй! Тише, тише, тише. Это приключение у нас с тобой ненадолго. Теперь мы тебя к папе отвезем и скажем, что твоя мама за тобой не уследила, что она плохая мать. А мы с твоим отцом будем тебя любить и никогда не потеряем. Да, понял, Сергей Александрович, ясно. Держи меня в курсе только. Давай, пока. Так, Жень, давай отвезу тебя домой. Тебе надо отдохнуть. Да не поеду я домой без ребенка. Ну как я домой без ребенка поеду? Да. Там мужчина пришел, говорит, что по поводу пропажи ребенка. А, давай, зови. А? О, садитесь сюда. Вечер добрый. Да какой добрый? Что вам известно? Да, я видел эту женщину. Женщину? Так. Да. Которая унесла ребенка. Угу. Все время оборачивалась, вот торопилась очень. Ну, а выглядела она как? Ну, невысокого роста, угу. Молодая, красивая очень, волосы темные. Она одета во что была? Пальто синее и платок на голове. Это Мира. Мира. Сегодня днем приблизительно с 16 до 17 часов в районе парка Мелентьевский пропал грудной ребенок. Родители предполагают, что это было похищение, и просят помощи в поисках. По свидетельствам очевидцев, коляска была найдена неподалеку от места преступления, но преступнице удалось скрыться. За помощь в ее поимке обещано крупное денежное вознаграждение. По словам свидетеля, приметы возможной похитительницы. Возраст около 25 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения. Она была одета в синее пальто, на голове платок. Если вы обладаете какой-либо информацией, просьба обращаться по телефону, который вы сейчас видите на экране. Ну и как они меня нашли? Я только что говорила с врачом, микроинсульт подтвердили, состояние стабильное. Хорошо, хоть с ней все обошлось. Я не могу вылететь, здесь погода нелетная, ничего толком не говорят. Может, 2 часа придется ждать, а может, и до завтра посидим. Ну, в общем, как-то все не складывается у нас. Не волнуйся, Жень, я же не навсегда здесь застрял. Ничего, скоро вернусь и Миру эту из-под земли достану. Подожди, у меня Клим на второй линии. Сейчас, ну, подожди. Да, слушаю. Где она? Где Егор? Я пока не знаю. Вот эта машина Мира, вот по ней мы ее, собственно, и вычислили. Ой, Господи. Не волнуйся, далеко она уйти не могла. Мы почти у цели. Сейчас подъедут ребята, они прочешут местность. А тебе лучше оставаться здесь. Оставайся здесь. Хорошо.
Не подходи ко мне. Я за себя не отвечаю. Мира, я очень виновата перед тобой. Ты отобрала у меня все. Все, что у меня было. Мужа, семью, все надежды. Это ты, воровка. Ты, а не я. Ты права. Ты абсолютно права. Я поступила отвратительно. Поэтому я прошу у тебя прощения. Пожалуйста, прости меня. Поверь, я пыталась изменить ситуацию с Аликом, но у меня ничего не получилось. А ты... Ты встретишь своего человека. Ты полюбишь его по-настоящему. Ты молодая, красивая. И у тебя будет семья счастливая. Ты поймешь, как здорово быть матерью. Тебе легко говорить. Поверь, нет. Я знаю, как тяжело терять. И ты сама знаешь, как это тяжело. Ты достойна большего и лучшего. Но Егор, он... Но он же ни в чем не виноват, он маленький. Отдай мне его, пожалуйста. Я тебя умоляю, отдай мне Егора. Пожалуйста. Я прошу тебя. За мной! Все уже хорошо. Не трогайте ее. Мне кажется, ты меня все-таки обманываешь. Это платье меня полнит. Надо было надеть то, помнишь? Такое зеленое. Екатерина Васильевна, вы прекрасно выглядите. Папа, скажи ей. Согласен. И я рад, что вы замечательно себя чувствуете. Да. Не на ту напали. Не дождетесь. Я, между прочим, собираюсь еще пожить немного и повеселиться на всю катушку. Хочу коньячку. Присаживайтесь. Так, о чем вы там шепчетесь? О том, что вы втихаря расписались и зажали свадьбу. Теперь ваши дети недовольны, потому что хотят тусовку. Но мы вас прощаем, ладно? Ничего страшного. Так уж и быть. У папы с Никой на свадьбе погуляем. Я с ним как раз вчера виделся. Он мне сказал, что они заявление подали. Здорово, привет передавай. Прекрасно. Значит, все потихоньку становится на свои места. Так, дорогие мои, осталось всего несколько часов до Нового года, и я хотел бы поднять бокал за самое дорогое, что есть в моей жизни. За мою любимую жену. И за нашу семью. Ура! 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 С наступающим Новым годом! За нас! Ура! С праздником!